Люконтроп, Бэйн Хэллоу. I grow tired of waiting. Люконтроп – олицетворение животной ярости, созданной Скорж. Годами он жил в темных лесах мира, охотясь на невинных обитателей тех мест. Теперь он призван, чтобы помочь своим хозяевам. Он упитывается кровью и сражением, используя свою волчью натуру, призывает на свою сторону диких животных, а также наполняет союзников силой, разрывающей плоть. Он также сверхъестественно быстр и проворен. По слухам, он даже способен превращаться в гигантского волка, увеличивая живучесть и скорость, чтобы безнаказанно догонять и уничтожать всех врагов. Ракса, стой! Оп! Да пофиг не в БМ буду бить. Ультракил, на отставочку хочу. О, бешеный волк! Сделал на вставочку! О! Это на вставочку! Там гема урса, да? Имхаун! Да! Да! Имхаун! Классика. Можно было ХГ подушить? О! О, да не, вот это можно. Хорошо, за ножку. За ножку, за ножку. Куриную. Лучше нам оставаться на нашей линии и лагать дальше, потому что интернет у нас прекрасный. Не знаю, если вот так вот будет это гайд, это руин просто. Иди давай, лагает, жесть. А чё меня бьешь? Я тебе что сделал? Жесть, успокойся, да. Ужастик какой-то. Люконтроп вообще ломатель товаров. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Ксенанс, и сегодня у нас новый гайд. Но прежде чем мы придем к разбору этого гайда, конечно же, хотелось бы поблагодарить вот этих прекрасных спонсоров. Спасибо, друзья, что подписываетесь, что смотрите контент немного раньше и знаете немного больше. Друзья, и в целом всем спасибо, кто поддерживает, ставит лайк, подписывается, заходит на стримы. Это очень-очень круто, потому что вы продвигаете, вы помогаете, вы мотивируете. Ребятки, вот такая вот у нас тема. Спасибо всем, кто поддерживает от души. Что ж, у нас сегодня необычный гайд, интересный герой. Это у нас, конечно же, Люконтроп. Как там она называется, да? Смотрите, какая анимация у него, тут такая прикольная картиночка. Выглядит он довольно-таки неплохо. Банни Хэллоу сегодня у нас в студии. И, конечно же, сегодня мы узнаем, как работают его способности. Как работает Саммон Вульф, как работает Хоул, как работает Фирал Импульс и как работает Шейпшифт. Данный гайд получился очень интересный, ребятки. Досматривайте теорию до конца, не скипайте практику. И, конечно же, вообще должно было наоборот сказать, да? Не скипайте теорию, смотрите практику, да. А ладно, все равно это никто не смотрит. Ну что ж, погнали смотреть теорию. Итак, друзья, первая способность на нашем персонаже это конечно же, Саммон Вульф. Что у нас будет происходить, когда мы нажмем особую кнопочку? Конечно же, мы вызовем двух волков. Два волка, не больше, ребятки. Эти волки, в зависимости от уровня прокачки, будут у нас становиться сильнее. У них есть определенное время жизни и, конечно же, определенный колдаун и монокосты у нас тут также присутствуют. Сейчас мы это все будем разбирать. Давайте прокачаем. Ходкей у нас В. Прокачали данную способность. И сейчас мы нажмем, и волки создадутся. Смотрите. Создаем волков, и вот такие вот маленькие, слабенькие волки появляются. На первом уровне волки крайне слабенькие. У них определенный урон, у них определенное количество хитпоинтов. Нету никаких способностей, а к слову, способности тут есть. И они будут улучшаться с уровнями прокачки. То есть, если вы будете прокачивать волков, естественно, у вас будет что-то улучшаться. Об этом чуть-чуть позже поговорим. Что можно с этими волками делать? Этими волками можно блочить, этими волками можно кусаться, конечно же. И довольно-таки неплохо они на ласт уровнях кусают, потому что там будет и крит, и невидимость будет, и хорошая хп-регенерация. Это все в совокупности даст этим волкам вторую жизнь, они реально будут жестко душить. Не считая того, что эти волки, они улучшаются нашим вторым спеллом, третьим и ультимейтом. Об этом, конечно же, всем поговорим. Что ж, давайте, наверное, тут, в принципе, понятно, да, волков вызвали, побегали, и можно, конечно же, кусаться. Это все просто. Давайте сейчас перейдем уже, конечно же, к уровням прокачки и в целом посмотрим, что у нас делается по табличке. Табличка выезжает, и смотрите, данные волки у нас имеют
Количество, конечно же, их двое. Время жизни 55 секунд живут эти волки. Потом монокост 145 единиц и перезарядка 30. Длительность 55, перезарядка 30. Если вы пересоздадите этих волков, то, конечно же, они у вас заменятся на новых. Не будет у вас 4 волка, к сожалению. Они просто заменятся. Поэтому не забывайте эту тему. Первая табличка довольно-таки простенькая. У нас это табличка, которая у нас говорит о том, сколько будет стоить маны, сколько они живут и, конечно же, количество времени, которое вам придется прождать после того, как вы их создали. А теперь самая интересная табличка. Ведь волки у нас меняются в зависимости от уровня прокачки в лучшую сторону. Давайте посмотрим эту огромную табличку. Выезжает табличка и смотрите. Как я уже говорил ранее, тут написано, использование этого заклинания заменит уже существующих волков на новых. Это значит, что они пересоздадутся. Это понятно. Первый уровень. Нет способности у волков, к сожалению. Второй уровень. Появляется крит. Крит у нас равен 1,7. Это довольно-таки неплохой крит, но все же. Третий уровень. Криты и инвиз. У волков появляется невидимость на третьем уровне, это очень круто. На четвертом уровне у нас есть крит, есть инвиз, и, конечно же, добавляется хп-регенерация, равная 15 единиц в секунду. Это довольно-таки много, это позволяет в лесу люкантропу фармить немного лучше. То есть, вот сейчас убираем табличку и объясняю. Вы танчите сначала одним волком, убираете его, танчите другим. И вот так можно менять, и тем самым вносить максимальный КПД. Это реально круто. Поэтому четвертый уровень волков довольно-таки неплохой. Следующее, что у нас тут есть. Уже призванные волки не усилятся после изучения нового уровня способности. Это важный момент. Вам придется пересоздавать. Волки получают обновленные характеристики только после перевызова. Это очень важный момент, ребятки. Теперь, какое у нас количество здоровья будет у волков, когда у них не будет уровня прокачки равному 3, 4 или 2 уровень? Смотрите, на первом уровне волки у нас имеют 200 хп, на втором 240, на третьем 280 и на четвертом 320 единиц здоровья. При этом у них магическое сопротивление равное 80%. Это реально очень много. Эх, помню времена, когда у люкантропа были волки с первого левела 400 хп. И на 7-й минуте ты спокойно вывозил с леса Володьку и шел Рошана. Да, были времена, ребятки, но, к сожалению, сейчас не те времена. Так, далее, урон волков. Важный момент. Урон волков апается также в зависимости от уровня прокачки. На первом уровне урон волков 17-18 единиц, на втором 27-30, на третьем 34-40 и, конечно же, 43-49 на ласт уровне. Следующее. С вероятностью в 30% волки 3 и 4 уровня нанесут критический урон равный 170%, ну то есть 1,7 крит. Это много, ребятки, потому что наши волки улучшаются от 2, от 3 и от ультимейта. Это важно понимать. И там будет реально очень много дэмэджа. Криты примерно будут по 120. Это вот так вот. Это неплохо. Волки 3-4 уровня имеют задержку невидимости 1,7 секунд и не проходят сквозь других юнитов. Это важный момент, потому что вы можете спалить волка так, таким образом дать понять оппоненту, что под ним находятся волки и его видят. Либо проблочить в случае, если это необходимо. Это вот такая вот прикольная фишка. Ну и что ж, давайте сравним. Вот такие вот у нас волчатки первого уровня. И просто вот такие вот волчатки у нас третьего уровня. Они даже визуально немного другие. Посмотрите, не считая того, что тут 34-40, да, и 280 хп. А первого уровня волк 17 на 18 дэмэдж и 200, конечно же, HP. Плюс тут есть криток. Разница, я думаю, на глаз даже ощутима. Не считая того, что эти волки, конечно же, они еще и невидимые волки, которые повыше левела. Поэтому, ребятки, если вы раскачиваете их волков, то у вас становится все очень-очень даже хорошо. Так что вот такая вот у нас, ребятки, первая способность. Я думаю, имеет смысл уже переходить на вторую. Надеюсь, вы поняли все самые основные моменты. Если вы хотите играть через волков, конечно же, качайте их. И все будет огонь, ребятки. Поехали на следующую способность. Итак, ребята, следующая способность на нашем персонаже, это, конечно же, Хоул. Хоул позволяет нашему персонажу пробафать всех союзников и всех подконтрольных и, конечно же, юнитов, которых вызывали ваши союзники, на дэмэдж. Это реально очень круто. Дэмэдж в зависимости от уровня прокачки у нас будет прокачиваться, тут множество нюансов есть, и это мы сейчас все разберем. Самое главное понимать, что второй спелл просто пробафывает нас самих, наших союзников и, конечно же, наш сумон. Это реально очень годно. Крипы, которые идут по лайнам, они не пробафываются, ребятки, это нужно запомнить. Давайте
теперь посмотрим, как у нас это все работает. Хоткей у нас W, мы прокачали данную способность. И когда вы нажмете W, по всей карте вот такие вот черепки на союзников дропнутся. Смотрите, черепочки такие, да, крутятся вокруг. Это значит, что вы пробафаны по дэмэджу. И, конечно же, будете давать урона немного побольше, да. То есть будете раздамаг делать, СМ-ка особенно, плюс дэмэдж будет наносить очень жестко. С ультимейта вообще жесть нанесет, с руки. То есть она в ультимейте, да, понимаете, юмор, да? Она в ультимейте стоит, магически кастует, а тут еще руку ей пробафуешь, и, конечно, ничего не происходит с руки, потому что она не бьет во время ультимейта. И надеюсь, это все понимают, и, конечно, этот рофл не зашел, ладно, хрен с ним. Короче, не суть. Смотрите, эта вторая способность, очень важный момент, она имеет применение как аура. Это первый момент. Второй момент. Данная способность у нас, она, конечно же, весьма специфична. Почему, спросите вы? Сейчас я вам расскажу. Смотрите, когда вы нажимаете Howl, и вы никого не вызвали, вы, конечно же, можете вызвать их, и они уже резнутся пробафанными. Но с задержкой в 0,5 секунд, потому что второй спелл работает как аура. И теперь самое интересное, что не обязательно поднимать сначала сумон, а потом нажимать Howl. Вы можете поднять сумон чуть-чуть позже, и тогда нажать Howl. Никакой разницы не будет. Вот в этом-то и прикол. Длительность холла у нас 10 секунд. И, конечно же, на все оставшееся время сумон, который вы поднимете, будет пробафан. Но, так как это применение как аура глобальная, если люкантроп умирает, то применение холла заканчивается. Но если он байбайкается, то оно продолжается на то время, конечно же, которое осталось по длительности холла. Надеюсь, это не сложно к пониманию. То есть, не обязательно, ребятки, сначала поднимать сумон, бафать его и тому подобное. Вы можете, конечно же, нажать сначала холл и потом всех засумонить, и они сразу пробафаются. То есть, вот такой вот микромоментик. Ну и что ж, и самое интересное, что у нас будет даваться по уровням прокачки. Давайте посмотрим. Смотрите, дальность применения у нас глобальная, дополнительный урон героям и не героям тут есть. То есть героям урона будет одно количество давать, а не героям другое. То есть эта тема даже работает на то, что, смотрите, нужно обратить внимание, табличка уехала. Смотрите, вот Сэмка стоит, у нее есть некрачи, она поднимает некрачей, и они бафаются у нее. Это плеер 2, это не мой плеер, то есть не первый плеер, и, соответственно, весь сумон пробафывается. Это, значит, подтверждает мои слова. Это самая интересная и прикольная тема. То есть, если у вас много некрачей, то, соответственно, некрачи пробафываются, или еще другой какой-то сумон, они пробафываются, начинают бить жестче. Возвращаем табличку и смотрим. Дополнительный урон героям. Героям у нас урон такой, 14, 26, 38 и 50 дэмэджа на ласт уровне вы просто добавите каждому из ваших союзников глобально. То есть на 50 урона становится больше. Это много. На самом деле это много. Прикиньте, если вы максите второй спелл, то это реально круто. То есть вы нажали, и у вас все союзники плюс 50 дэмэджа. Это круто. Дополнительный урон не героям. 5, 10, 15, 20. Ну, 20 единиц. Немного, конечно. Но если это какой-то сумончик, а это именно некрономикон какие-то, то это довольно-таки неплохо. Два некра, это уже 40 дэмэджа дополнительно, не считая того, сколько еще там сумона. Это много, ребятки. Длительность 10 секунд, как я уже и говорил. И, конечно же, монокосты. 15, 20, 25 и 30 дней, перезарядка 50, 45, 40 и 35 секунд. Монокосты смешные, реально смешные монокосты, но спелл вот такой все-таки. Довольно-таки неплохой. Проходит сквозь иммунитет заклинанием, конечно, ребятки. Это значит, что всех БКБшных союзников вы пробафаете. Это реально очень круто. Смотрите, самый интересный момент — это про иллюзии. Иллюзии получают ауру и эффекты частиц, но не получают дополнительный урон. То есть сделано так, что все иллюзии, вокруг всех иллюзий будут крутиться черепки, но урона давать не будет. То есть это специально сделано, чтобы не находили настоящих персонажей и, конечно же, душили. Ну и развеять говорят, что эту способность нельзя. А вот это мы сейчас проверим. Потому что я знаю, что бывают такие моменты, что на айкапе вроде написано, что развеять нельзя, но это аура, по идее, ауру нельзя развеять, поэтому оно так и должно работать. Вот и все. Второй спелл — это аура, да, это вроде как бы по нажатию, да, способность, но это аура, потому что считается, что по механике игры это аура. Так что вот такая тема, и снять ее нельзя. Значит, тут все честно, значит, тут все правильно. Уф, ребятки, очень интересный спелл, и на что работает эта способность? Как говорится, есть нюансики. Да, написано, применяется на всех союзников, включая невидимых и скрытых юнитов, за исключением томбы, да, вот зомбики выходят, за исключением вот этих зомбиков из томбы. Они, к сожалению, не пробафаются, а все остальное пробафается. Так что, ребятки, вот такая вторая способность, очень интересная, просто добавляет урон, и можно душить в драке намного сильнее физической атакой. Все, погнали на третью способность. Следующая, друзья, способность крайне интересна. Это пассивка. Называется эта пассивка Feral Impulse. Хоткей у нас I,
Но этим хоткеем я не пользуюсь, я всегда пассивку вкачиваю, если честно, от руки. И что у нас будет делать эта пассивка? Данная пассивка всем нашим подконтрольным юнитам, но не подконтрольным кому-то, то есть нашим союзникам это не учитывается, и самому Люкантропу, будет эта пассивка добавлять определенное количество процентов дэмэджа и, конечно же, скорости атаки. Это очень сильная пассивка, которая реально Люкантропу очень многое дает. И как она улучшается, мы разберем по уровням прокачки. Давайте прокачаем ее и посмотрим в целом, что она у нас делает. Смотрите, я прокачал ее, и у меня висят вот таких вот два бафа. И, конечно же, тут все написано. Атак faster и, конечно же, deal damage more. То есть, соответственно, скорость атаки чуть повышенная и, конечно же, больше наносим мы урона. Урон считывается у нас, конечно же, от своей атаки, именно от родной. И это очень-очень годно. Давайте сейчас поднимем волков и посмотрим, как они у нас улучшаются с пассивочкой. Смотрите, волки у нас поднялись и у нас плюс 6 дэмэджа на волках. И, конечно же, они будут бить немного побольше и побыстрее. Это очень круто. Каков радиус этой пассивки? Радиус этой пассивки составляет 900 единиц. Смотрите, вы выходите из радиуса, и, конечно же, волки теряют этот бонус. Это очень важный момент, потому что аура сумона у нас работает в радиусе 900 единиц. Это реально очень круто. Давайте сейчас посмотрим по уровням прокачки, что у нас изменилось и с уровнями прокачки, и, конечно же, подискуссируем. Выезжает табличка, смотрите, радиус 900 единиц, как я уже сказал ранее, дополнительная скорость атаки 15, 20, 25 и 30% на ласт уровне и дополнительный урон 15, 20, 3, 25 и 30%. Дополнительный урон лютый на самом деле. Еще самая прикольная тема, что когда вы прокачиваете эту способность, то у вас дэмэдж сначала скачет, он так, знаете, тык-тык, раз так, и то есть, когда вы прокачиваете, есть такие небольшие бусты. То есть можно попасть в просадку дэмэджа, можно попасть в просадку скорости атаки. Этот момент можно, как говорится, тоже понимать, нужно понимать, потому что в драке желательно заранее уже прокачаться, чтобы все было полноценно, а то вы можете так немножко попасть. То есть именно четко в тайминг прокачки вы можете ударить с минус дэмэджем и, конечно же, с минус скоростью атаки. Но это не сильно может решить, но все-таки это дота, тут решает каждая секунда. Поэтому вот такая тема. Очень классная пассивка, мне она реально очень нравится. Тем, что и некрочи тоже пробафываются, они быстрее бьют, они больнее бьют. Это реально очень круто. И в совокупности со вторым спеллом, это жестко, это жестко. На практике я вам покажу Люкантропа Сумонера. Это просто зверство, ребятки, это реально зверство. Но это, как говорится, посмотрим на практике. Что ж, давайте посмотрим другую тему. Табличка у нас уехала, и, конечно же, самое время поговорить о некоторых моментах. Проходит сквозь иммунитет с заклинанием. То есть, если мы находимся на Люкантропе в БКБшке, то у нас все отлично работает. Отключается истощением, это значит, что Сильвер Эйдж собьет нам эту пассивочку. К сожалению, никаких бонусов мы давать себе и нашему сумону не будем. Опять-таки, ребятки, напоминаю, важный момент. Сумон, другой союзника сумон, он не входит под этот Ферал Импульс. Я это напоминаю. То есть, смотрите, я уже в радиусе, но Ферал Импульс не работает. Понимаете, ребятки, теперь? Надеюсь, понимаете. Это важный момент. Иллюзии имеют ауру, но получают лишь бонус к скорости атаки. К сожалению, дэмэджа не дается. Ну и, конечно же, нельзя развеять, так как это у нас пассивочка аура. Можно только отключить истощением, то есть Silver Edge. Так что вот такая вот, ребятки, у нас способность. Есть у нас тут еще куча нюансов по поводу этой пассивочки. И сейчас я вам их зачитаю. Смотрите, иллюзии Люкана, переманенные энчантеры с помощью второго спелла, они не будут давать бонусов никаких, но будут под контролем. Это очень круто. Но в то же время Люкана иллюзии, создаваемые другими заклинаниями, то есть это Disruption от первого спелла Эридара и Wall of Replica и Reflection, дают положительный эффект своим создателям. То есть это реально очень круто. Вы можете переманить себе этот Feral Impulse с помощью Эридара, с помощью Дарксира и с помощью Террорблейда. Это очень-очень круто. Если честно, я эту тему не знал, да и как-то даже не задумывался. Но с помощью вот этих персонажей вы можете заполучить эту пассивочку, причем в полной мере. Но давайте сейчас это посмотрим, мне реально это интересно, надеюсь и вам. Итак, ребята, я засумонил Солкипера, и давайте посмотрим, смогу ли я пробафать себя Фирал Импульсом. И что будет вообще происходить, я не знаю. Посмотрим сейчас. Нажимаем первый. И дается нам. Нам дается скорость атаки, но не дэмэдж. Но не дэмэдж. Это реально очень круто. Но я хочу найти такой спелл, который давал бы нам еще и дэмэдж. Давайте посмотрим Дарксира еще. И, конечно же, посмотрим Эридара.
Итак, я засумонил дополнительно еще двух персонажей. Давайте посмотрим, будет ли нам даваться дэмэдж сферал импульса в случае, если мы своруем эту пассивку с помощью иллюзий. Поехали. Юзаем и посмотрим, что у нас будет. Будет даваться дэмэдж? Смотрите, люкантропа отводим. Дэмэдж не дается, к сожалению, ребятки. Дается только скорость атаки. И давайте, конечно же, валуф реплика тоже заюзаем и посмотрим. Нет, к сожалению, дается только скорость атаки, ребятки. Пассивная скорость атаки у нас будет немного увеличена. Жалко, что дэмэдж не переманивается. Но и тем не менее, вот такие тесты специально для вас будут давать понимание, что вы сможете украсть сферал импульс с помощью иллюзий, либо с помощью рефлекшена. Террорблейда, конечно же, и дать себе небольшой буст в виде скорости атаки. Вот от этого, допустим, от этого персонажа, от этой ауры, конечно же, небольшой буст. Это довольно-таки неплохо. Ну и что ж, в принципе, это все по поводу этой пассивочки. Ребятки, остается самая интересная способность нашего персонажа. Это, конечно же, Shapeshift. Давайте посмотрим, что она у нас делает. Ну что ж, друзья, и самое интересное, что у нас осталось, это, конечно же, Shapeshift. Данная способность позволяет заюзать метаморфозу нашего персонажа и превратить его в волка. Это реально очень крутая тема. При этом в волке вы не сможете быть подвержены каким-либо замедлениям и будете беспрепятственно бегать куда хотите. При этом ваша скорость будет крайне высокая, и также вы сможете пробафать ваш сумон на эту скорость передвижения и невозможность быть замедленными. Это реально очень круто. Ну и, конечно же, помимо всего этого, есть еще самый частый крит в доте, а именно самый частый крит в доте у люкантропа. Помните, я как-то задавал вопрос, у кого самый частый крит? Самый частый крит, конечно же, у люкантропа, но в зависимости от уровня прокачки. А именно это мы чуть-чуть позже и разберем. Давайте конкретнее разберем нашу способность. Хоткей у нас F, нажимаем данную способность и... Давайте сейчас посмотрим, как он будет перевоплощаться. Нажимаем hotkey F. Он начинает трансформироваться, и после того, как он трансформируется, вы можете спокойно передвигаться. Скорость передвижения у нас составляет 650 единиц. Вы очень быстрый, и у вас тут появляется крит. В зависимости от уровня прокачки, процент крита у нас будет, конечно же, возрастать. Процент шанса крита. Вот так будет сказать правильнее. Если у нас крит всегда 1,7, то шанс у нас, конечно же, увеличится в зависимости от уровня прокачки. Ну и, в принципе, все. Кончается у нас ультимейт, и персонаж становится обычным, как говорится, вот таким вот, в обычной форме становится, и может передвигаться по стандарту, и, конечно же, все замедления будут на него работать. Самое прикольное, что есть, это, конечно же, что с помощью вот этой метаморфозы вы можете, конечно же, закайтить какие-то станы и прочую всякую тему. Длительность превращения у нас составляет 1,5 секунды. Это реально очень много. Давайте попробуем. Даже я не подготавливался. Давайте попробуем просто закайтить РП Магнуса. То есть, допустим, вот мы нажимаем F-ку, я клепаю. И, конечно же, все равно не попал, да, в тайминг. Можно попробовать даже чуть пораньше нажать. Но не знаю, давайте попробуем чуть позже. То есть, так можно закайтить вообще любую способность. Либо на выход из метаморфозы, либо, конечно же, на вход. Вот сейчас он будет, наверное, выходить с метаморфоза. Мы еще раз попробуем, давайте. Оп, клепнул. И, конечно же, смотрите, он выходит с метаморфозы. И, конечно же, видели, под станом двигается. То есть, допустим, я даже тут вставочку вставлю, что он под станом побежал. Это довольно-таки странная тема, но ну да ладно, это механика этого персонажа. Что ж, в принципе, по микромоментам мы поняли. Давайте разбирать табличку. Ведь по всей табличке мы сейчас, если пройдемся, будем понимать данную способность более досконально. Главное, запомните, что как только вы становитесь в ультимейте волком, вы, конечно же, быстро передвигаетесь, критуете, и, конечно же, на вас не действуют никакие замедления. При этом вы еще адаптируете всех ваших подконтрольных персонажей на те же самые условия. Их невозможно замедлить, и, конечно же, они также передвигаются. Давайте я вам покажу эту тему. То есть, смотрите, вот так мы двигаемся без ультимейта с волками. А когда я нажму ультимейт, смотрите, как волки начнут бегать вместе со мной. То есть, они побежали тоже с такой же скоростью. Это очень круто. Смотрите, то есть, они бегают с такой же скоростью, как и я. Это реально очень годно. То есть вот такой вот у нас прикол. Эта вся тема адаптируется. При этом и некрочи будут адаптироваться, и все будет у нас адаптировано. Это реально очень годно. Что ж, эту тему разобрали. Все, переходим, ребятки, к табличке и погнали. Смотрите, анимация применения, это нам не нужно. Нам нужно время трансформации. Время трансформации составляет 1,5 секунды. Это очень много. Но и опять-таки вы помните, ребятки, приколюху, что в это время трансформации, вы можете, конечно, что-то закайтить. Какой-то стан, РП и всякую прочую тему, что на вас накладывает, так сказать, оглушение.
глушения. Следующий момент. Дополнительный обзор ночью. Очень интересная фишка, о которой я, если честно, не знал. Люкантроп ночью получает дополнительный обзор, когда он находится в ультимейте. Это реально круто, потому что ночью обзора довольно-таки может не хватить, да, то есть ты бежишь, глаза на лоб, и не видишь, куда бежишь. Но тут это проработано, и, конечно, ночью вы получаете 1000 бонусного расстояния для видимости ночью. Скорость передвижения 650 единиц. И теперь по уровням прокачки шанс крита 30, 35 и 40. 40%, конечно же, шанса у нас нанести критический урон равный 170%. То есть крит 1,7 и шанс 40%. Это самые частые криты в доте. Да, даже Джиггернаут рядом не стоял. Так что вот такая вот приколюха. Длительность 18 секунд. Ох, как же тут порезано. Я, если честно, не люблю Люкантропа на 85-й карте именно по этому моменту. Потому что ультимейт идет всего 18 секунд. Если раньше было, по-моему, 22 и ультимейт кдэшился 40 секунд, то сейчас кдэшится он намного больше и длительность намного меньше. Ну, это такое себе, на самом деле. Я помню, каждые 20 секунд можно было ультовать. То есть 20 секунд ты бегаешь в форме и 40 секунд КД. И получается, каждые 20 секунд ты бегаешь в форме. Это реально было вот так. Ох, сколько я ПТСов на этой теме наобузил. Просто не считать. Далее. Монокост. Всегда 100 единиц и перезарядка. 120, 90, 60 секунд. Каждые 60 секунд вам доступна, как говорится, эта метаморфоза. Вот такая, ребятки, приколюха. Очень интересный ультимейт, очень хорошо позволяет его бустить. И, конечно же, дэмэджа в этом ульте вы сможете нанести очень-очень много. Теперь давайте посмотрим дополнительные фишки, которые у нас тут есть. Проходит сквозь иммунитет заклинанием. То есть, если вы находитесь в БКБ, нажимаете ультимейт, никаких проблем не будет. В случае, если вас убьют, то метаморфоза, естественно, заканчивается, ребятки. Вот такая вот тема. Следующий момент, который у нас есть. Истощение. То есть Silver Age как будет на нас работать? Отключит ли он форму или нет? Он отключит лишь нашу пассивку и, конечно же, отключит наши криты, которые даются нам в форме. Это нужно понимать. Ультимейт Люкантропа не является уникальным модификатором атаки. И теперь что это может значить? Это может значить, что сюда можно собирать любые орб-эффекты. Там скади, всякие сатаники, всякие там дезоляторы. Но не забывайте про то, как работают орб-эффекты. Этот видос тоже есть. Ну и в принципе все, развеять ультимейт нельзя. Вот такой вот у нас, ребятки, сегодня получился персонаж. Аганим нам ничего не дает, ребятки. Это просто тут, для, как говорится, для бутафории. Аганим нам ничего не дает. Вот такой, ребятки, у нас сегодня был герой на нашем, как говорится, разборе. И давайте сейчас напишем респавне. А то меня бесит эти варны. И посмотрим на этого героя в форме. Очень довольно-таки мне нравится, если честно. Красивый герой получается. Вот такой вот прекрасный. Никакое замедление на нас работать не будет, как я уже и говорил. Ну, давайте продемонстрирую. Окей, оп, нажали. И, казалось бы, на нас накинули пурги. Но нам все равно. Мы бежим, волосы назад, глаза на лоб. И, конечно, все у нас хорошо. При этом еще очень больно кусаем за ноги. Ребятки, на этом все. Наша теория, ребятки, закончена. Будем сейчас переходить к практике. Ребятки, на практику я подготовил вам очень интересные игры. Конечно же, это суммонер. Это, конечно же, дамагер. И я не знаю, если честно, какая катка вам понравится, обязательно напишите свое мнение в комментариях. И в целом, всем спасибо, кто смотрит мои гайды, кто досматривает теорию до конца и знает намного больше, чем те ребята, которые не смотрят и скипают ее, да? И просто потом в комментариях пишут: «Хэн, что-то слабенько как-то, изи». Ну вот и все, ребятки. В принципе, спасибо всем. И давайте уже пойдем на жесткую практику. Поехали. Да, кстати, еще момент. Когда Люкантроп трансформируется, он неуправляемый. И когда он выходит из формы, он тоже неуправляемый. Ребятки, этот нюанс максимально сильно меня клинит. Поэтому не забывайте об этой теме. Давайте я вам сейчас эту приколюху покажу. Просто вы выходите с ультимейта и смотрите, я сейчас буду прокликивать лево-вправо, и герой будет просто не слушаться. Смотрите, я кликаю, он бежит куда хочет, а потом раз и развернулся. Вот этот момент, если честно, очень подбешит. Поэтому не забывайте. Но об этом еще, как говорится, я упомяну в практике. Всем приятного просмотра. Ну что, друзья, загружается у нас первая каточка. И сейчас в этой каточке, в первой, конечно же, мы должны сыграть Люкантропом так, как должны сыграть. В любом случае. То есть, что мы сейчас будем делать? Сейчас я сыграю через стандартный билд и постараюсь пронести катку, ну, где-то примерно... Вообще, Люкантроп — это герой, который заканчивает игру на 25-й минуте. Теоретически. Но на практике бывает всегда по-разному. Всегда по-разному бывает на практике, ребятки. И...
не всегда получается заканчивать катку намного раньше. В целом, сейчас у нас будет Люкантроп собираться через Некрономикон. Именно, через Некрономикон. Почему? Потому что Люкантроп это вообще персонаж, который очень быстро пушит и очень хорошо сплит пушит в целом, если нету никакого контроля. Потому что поймать его тяжело, дэмэджа у него очень много и позволяет это очень быстро сносить и хайграунды, и обычные какие-то товара. Поэтому мы сейчас играем простенькую, обычненькую каточку на Люкантропе. Через Некрономикон, через медальку, через Володьку. То есть самый стандарт. То есть сейчас я покажу тот самый стандарт. Вторую катку мы сыграем через Сумонера. То есть тут мы не будем заниматься Сумоном. Во второй катке мы возьмем, конечно же, еще Доминатора и возьмем Волка. И будет, ну, вообще прикольно. То есть там немного другой будет геймплей. И в этой игре посмотрим, как мы будем двигаться. То есть тут стандарт. Сейчас сделаем стандарт и будем выигрывать. Ну и, конечно же, керри билд также у нас будет. Так что, ребятки, готовимся к хорошему контенту. Спасибо всем, кто здесь. И поехали. Что у нас контрит нашего персонажа? Наш герой крайне такой, знаете, падки на то, что, знаете, вот у него КДшка ультимейта, да, там большая минута получается, да, и 18 секунд у нас длительность ульты. Когда ульта кончается, Люкантроп становится обычным героем, у которого нету ни замедла, ничего. У него и так, в принципе, замедла нету, но хотя бы будет МС во время ультимейта. И, то есть, он ничего не может сделать, по сути, не дамажит, ничего. То есть, без метаморфозы, по сути, это герой не очень дееспособный, выразимся так. Ну, если вы добираете какой-то башер и начинаете двигаться там туда-сюда, да, то становится намного интересней. В целом, герой контрится у нас большим количеством урона и, конечно же, контрится временем, потому что наш герой в лейтгейме становится намного слабее, чем тот же Тини, чем тот же Пуч, чем тот же Снайпер и тому подобное, ребят. И, к сожалению, наш герой контрится временем, поэтому эту тему нужно запомнить. Ну и, конечно же, станы хиксы никто не отменял, станы хиксы будут всегда вам мешать, чтобы двигаться. Ну и мы пойдем, ребятки, на низ. Что мы на низ будем брать? Мы возьмем вот такой вот закупчик. Вот так вот делаем. Если что, нырнем в лес. Катку через лес я также сыграю. Но тут я смотрю, что мы в любом случае пойдем на низ, я так понимаю, пофармить. Пофармить. Почему? Потому что мы будем фармить, ребятки. Выфармим, скорее всего, ПТ-шечку, все такое там. И аккуратненько сделаем себе Володечку и медальку. Сыграем через медальку и посмотрите, сколько будет дэмэджа. То есть тут медалька офигенно зайдет. Тут смотрите, этот безарморный, этот вата, это тоже безарморная, этот безарморный. То есть можно будет просто грызть волками. Это реально будет очень круто. Очень круто. Так, ну что? Хорошо, немножко сейчас тут постоим, погрыземся. Ну, я так понимаю, там хотят ребятки забрать для алхимика руна, но, к сожалению, наверное, ничего там не получится. Мы будем стоять на нижней линии, ребятки, да. Так, все запись идет, Warcraft все включено. Ага, хорошо, прекрасно. Первая катка, ребятки, на Люкантропе. И фейв тут, бебе гиги. Нормальный ник у пацана. Он, наверное, фармить будет, посмотрим. Ну, я перефармлю, если что. Я так думаю. Если что, возьмем Пирала сразу, чтобы чуть дэмэдж АС повысить. Очень сильный, кстати, спел. Реально, я так задумался. Если бы, прикиньте, если бы эта пассивка работала на героев, как я помню, я писал фишки. И в фишках я указал, что этот Фирал работает на героев, а ведь я очень сильно ошибся, потому что герой это был мой союзник. И вот там вот был такой прикол, что этот Фирал просто Тинику добавлял нереальное количество дэмэджа, потому что у Тиника родной дэмэдж, да? И получается очень много добавляет. Вот это была крутость. Так, ну что, ребятки, крипы пошли, быстренько мы так разобрались, по контрпикам все поняли, по времени вы поняли, да? И погнали. Первая катка. Сейчас главное проластить хорошенько. Ферстблад у нас уже отдают, ребятки. Ничего страшного, все справимся. Что там, куру сразу забрал, да, парнишка? А, нет, да, кур даже и не было. Хорошо. Так, ну, этот парень, наверное, будет у нас тут автоатачить, да? Автоатачить на туске. Автоатачить на тускаре. Давайте берем Ферала. Хорошо. Оп, добивает тускар, молодец. Мы не будем автоатачить, мы будем аккуратненько ласхитить, стараться. Давайте две тычки дадим. Плохо без щитка, я не думал, что тут будет какой-то харас. Тут два ренджевика. Это довольно-таки проблематично будет. Смотрите, просто приковырялся и все. Вот браконьер. На вставочку надо будет еще тут сделать. Не забываем, ребятки, что на вставочку это просто элита. Ясно все. Привет, интернет называется. Это называется, когда днем никогда не играешь и решил днем гайд записать. А че, накат дал бы? Душанули, мне кажется.
Я так чувствую, мне в лес надо будет уходить здесь. Пугна такой агрессивный. Я думал, Пугна, как обычно, будет стоять АФК. Ну, не хочет Тускар мне подсобить, чтобы побить грипчиков. Так, две куры у нас появляются. Фарма, если честно, вообще нету. Сейчас, скорее всего, возьмем базилку и пойдем в лес. С третьего левела. Базилку и пойдем в лес. И в лес пойдем. Не очень хочется здесь страдать. Пусть Тускарчик пострадает. Фарм был бы, в принципе, можно было бы тут аккуратненько, все четненько сделать. Добить бы было бы круто. Но не добиваю. Так, масочка имеется. Даже, да что ж такое. Не руиньте мне, пожалуйста, товарищ интернетчик, гайд. Очень хочется записать его качественно. Вкусненько, чтобы было всяких безлагов, вот этой прочей срани, да, парни? То есть там бои не на жизнь, а на смерть идут. Так, ну пока пацаны отошли от лайна, можно тут немножко поработать, да? Оп, хорош. Аж нот гиммаду, говорит. Давайте вот так сделаем. Хорошо. Че, наверное, пойдем сейчас в лесок. Давайте фарманем быстренько, толкнем, пушанем. Вот так сделаем, напрям. Чуваков. Засуицидим, но поддамажим. Тускарчик лоу хп стоит. Сейчас в лес пойдем, ребятки. Как старается-то на тускарчике подруинить. Все, погнали лес. Не вижу смысла тут стоять. Включаем базилу, включаем волков, погнали. Лайн немного тяжеленький, но я думаю, в лесочке будет повеселее, поэтому погнали. Погнали в лесочек. Чуть не хочу волков сильно, чтобы они страдали. Давайте по чуть будем отводить, если что. Фарм через лес пойдет очень быстро сейчас. Тем более волки 5 левел. Будут. Ой, 5 левел. 5 левел апнем, волков чуть проапаем, и будет вообще офигенно. Нам главное не сфидить в лесочке еще. Бардиков нету, а там тини. Прокастер. Хорошо, волки рабочие. Так, алхимик. О, намаж. Намаж меня, брат. Спасибо. На что ты рассчитывал, Хиназис, да? Забавная фигня, вообще жесть. На что ты рассчитывал? О чем ты думал, когда просил, чтобы он тебя намазал? Так, ну тут надо добивать этих пацанов. Добиваем этих пацанов. Закидываем кларити. Можно взять сейчас масочку. Но лучше взять ПТ-шку целиком. Сапог, все дела. Щиток я не стал брать. Это мы же идем не фул лес, правильно? Если бы я шел фул лес. Можно взять хидреску. Хидреску. Надо чуть-чуть золота еще. Оп, колечко. Есть. И остается айронлутчик. Пятый левел возьмем тут. С шестым левелом выйдем, убьем тут. Пугну минимум. Должны убить. Так, не блочь меня. Не блочь меня, дядя. Он меня жесть как хреначит. У него просто нулик, а пробивает он меня без щитка жестко. То есть Пугна тут держит лайн. Чисто батька. Так, есть. Все, имеем. Хорошо. Хорошо, имеем. Цик-цик. Погнали, погнали. Отпускай, дядь. Поехали. Поехали. Оба, загрызли. Хорошо. Сразу должно было так получиться у нас. Как мы тут с Тускаром? Закусили немножко. Косточками. Кстати, косточки для собаки произошли. Погнали, лес дальше. Есть хидреска. Хидреска поможет немножко нам восстанавливать здоровье. Самому, в принципе, герою. И, конечно же, волкам. И постараться вот этого волка надо не слить, потому что у них еще времени много. Давайте просто пофармим. Сейчас шестой левел уже апнем. Будет хорошо. Первое, что мы купим, это Володьку. Так, нужно себе подобных загрызть. Первое, что купим, это Володьку. Так, есть ультимейт. Пугна там, да? Рудги там. Так, ну пока фармим. Пока фармим. На метаморфозу. Накопим, да, есть. Сейчас поближе пацаны пойдут к Т-шке. Хорошо.
Смотрите, как быстро умирают все крипы. Очень много наносится дэмэджа. Г. Напишем. Идем сразу в атаку сейчас. Угну, попытаемся загрызть, да? Все, ультую, метаморфозим. И побежали. Так, волки здесь, можно так подблочить. Ага, вот этого чувака можно. Хорошо, этого загрызли. И этого загрызем сейчас. Криса стилер, да. Прикинь, да, стилер би какой. Вот так вот, хорошо. И по КД ультимейта работаем, ребятки. Следующая метаморфоза будет через 2 минуты. Но это нам не помешает пофармить чуть-чуть еще. Хорошо. 1600 золотых, это значит, что мы сейчас сходим на базу. Эх, не добил. Ладно, ничего страшного. Добил, получается. Так, В, покупаем. Отлично. Идем, как раз волки сейчас у нас еще будут. Давайте вард возьмем. Рошана мы вряд ли заберем. Если честно, я даже не пробовал Рошана забирать на люкантропе на такой ранней минуте. Еще возьмем масочку, потому что мы будем делать медальку. Пока мы идем, можно пофармить немного волками в лесу. У них сейчас как раз есть регенерация. Это офигенная вещь. О, кстати, смотрите, что можно сделать. Что можно сделать? Это можно подкусить. Пазики есть, да? Это можно прикусить немножко. Перекусить. Братан, дай критану. Эх, не критану, прикинь. Ну, бывает, бывает. Бывает. Так, хорошо, смокеечи есть. Сейчас вардик здесь поставим. И можно, кстати, давайте на топ сходим. У нас сейчас метаморфоза будет уже. А там мяса много. Мяса много. И next делаем что? Правильно, медалечка. Медальку сделаем, будет офигенно. Тиник там, у тиника сколько маны. Можно было волков с базы создать. Давайте сейчас создадим, чтобы было все офигенски. Волки там просто уничтожат этого тиника, да и пуджа тоже в целом. И пуджа тоже в целом. Гоу-гоу-гоу. Хорошо, киллинг спри делается там. Так, не блочь меня, дядя. Хорошо, но надо убегать, походу, да? Надо убегать. Только на хук не попасть. А, я сдохну, все равно. Хорошо, пойдет. Ну, если честно, такое. Меня проблочил пуш, максимально сильно проблочил. БХ не знал, что там в центре, интересно. У меня прикольная иконка. Классная. БХ не знал, походу, что там в центре. Ладно, ничего страшного. Ну, как говорится, не зря тут стоит у меня кофе. Берем, выпиваем кофе. Вкусно. И лучше, знаете, что делать? Лучше оставаться на... Лучше нам оставаться на нашей линии и лагать дальше, потому что интернет у нас прекрасный. Не знаю, если вот так вот будет это гайд, это руин просто. Иди давай, лагает, жесть. Остаемся в лесу, дофармиваем медальку и просто с медалькой аккуратно идем. Не люблю, если честно, то, что хитбоксы... Ну вот, люкантроп, да, он очень быстрый, но хитбоксами просто невозможно себя проблочиваешь. Невозможно. Жесть, они на топе просто встали и стоят. Если я сделаю медальку, сейчас левел. Надо было фармить просто оставаться и не бежать никуда там. Пытаться фармить нужно. Не бежать никуда там, пытаться задушивать. Тини с мобхаком там жалуются, да? Это плохо. Давайте пугну чуть-чуть погрызем. Косточки вкусные. Волки сами погрызут сейчас. Нормально так. О, найс. Волки погрызут нормально. Хорошо. Все, уводим. Уводим. Сейчас медальку сделаем. Можно не контролить тут волков, потому что они, в принципе, скоро уже пропадут. Больше половины прошло. Оп, хорошо. Пойдет. Так, ну нам нужна вот эта вот медалька. И можно попробовать Рошана забрать. Все, есть. Погнали. Угну. Гоу. Братан, давай. Поехали.
Хорошо. Фибе-геге, говорит. Тут фибе-геге. Так, у нас есть медалька. Дальше что делаем? Можно попробовать пойти в Рошана сейчас? У нас есть смока. Хорошо. Жалко, 9 левел я не апнул, да? Типа ферал. А давайте вот так сделаем. По-умному. Эх, не хватает левела, в смысле? Давай, давай. Подработаем. Все, есть. Погнали в Рошана. Попробуем. Если честно, на этой карте никогда не пробовал забирать Рошана на ранней минуте. Жесть. Ну, это руин гайда, просто жесть. Сколько раз? 5 уже, да, залагал? Отвратительный интернет максимально. Я сейчас так хапану жестко. Ну, медальку надо кидать. Жесть. Ну, алхимик предел. Ладно. Первый, кидай. Кого вместе тогда? Волков будем отводить тут. Волков отводить будем. Лоу хапового сюда. Лоу хапового, говорю, сюда. Вот так, ладно, окей, будем через другую кнопку отводить. Хорошо. Ну, ломается Рошан, кстати, неплохо. Я бы и сам его сломал. Алхимик тут, в принципе, дал тоже много буста. Но в целом... Хорошо. Давайте не сломать. Забрал у меня очень много левела. У меня бы сейчас сразу пол 11 было. Пол 10, 10, 50 было бы уже. И погнали. Ну, поздновато, если честно, подпушивать начинаю. Ого, Соник Вива какая. Мне тоже хватило, блин. Так, волкам не досталось, не досталось. Пойдет. Фармим. Пушим. Пушим. А че меня бьешь? Я тебе что сделал? Жесть, успокойся, да. Ужастик какой-то. Люкантроп вообще ломатель товаров. Хорошо, медалька есть. Дальше в некрочи выходим. Пазы я даже делать не буду, походу. Смотрите, как тавр. Надо было давно, кстати, ломать с Володькой. Ничего, наверстаем. Если честно, на люкантропе уже очень давно не играл. Герой максимально пушерский. Нечего даже придумывать. Так, переагриваем. Хорошо, и ломаем. Да. Сейчас на ХГ походим. Пойдем, походу. Жесть. Что с моей дикцией? Идем на ХГ, парни. А ЕГО есть, все есть, почему? А ЕГО есть, все есть. Медальку сюда. Хоулим и погнала. Левчанский. Ух ты, би. Давайте ультанем. Кусай за ноги его. Хорошо, ой-ой-ой. Кусай за ногу его. Ну, просто запанчил его. Не стыдно тебе? Ну, я сейчас выйду, да? Ага, хорошо. Вот это тускар профессионал у нас. Это радует, что такие сильные пацаны есть в команде. Давайте вот здесь плюхнем. Все, давайте отойдем. Не вижу смысла тут дальше оставаться. И так много сделали. Так, это хорошо, это у нас не крачи. Белт остается, да, один, все, я пошел на пас. Б. Они сейчас реснутся уже, сейчас все прибегут, дальше фармим. Б. Не надо там драться, не знаю, ребят. Не нужно там драться, просто подрались, разменяли аеги, забрали пуджа. С пейзами, конечно, самое то. С пейзами вы бежите, просто волосы назад, глаза на лоб, и спокойно можете забирать все, что двигается. Абсолютно все. Реально, вас не блочит волк, вы сами ни об кого не блочитесь, вы просто дамажите и все. Это кайф. Так, фармим. Не люблю кентавров, потому что они клепают. Это печалька. Хорошо. Хорошо, так, вот этого. С медалькой быстро фармится. Так, белт первый есть, да? Хорошо, можно в боковом купить. В боковом купить можно. Отлично. Что там, тускар заряжен. Ну, тускар, кстати, метовый герой. Очень хорошо работает. Давайте некрономикан сразу заберем. Почему нет? С некрочами можно будет грязи насуетить, вообще жесть. Же левел сейчас будет, 11-й. Это радует. Что там в миду? Снайперы с фрейзиками, да? Пойдем эншентов поковыряем.
Как раз не крачай, апнем. Ух ты, тиник там с хостой. Страшно выглядит. Вот это заберем, загрызем. Не крачи, это страшно, ребятки. Просто страшно. Страшный сон. Вискет Суск. Кто делает Вискет Суск? Тиник? Ничего себе страшный. Сейчас стакнем, мы будем фармить. Фарманем. Не крачи 2. Третий левел и так далее. Но лучше пока до метаморфозы подыгрывать. Да, вообще я сейчас мог низ сломать просто. И все. А я пойду подерусь. Пойдем подеремся. Гна вон. Вон пугнул можно. Спокойно. Медальку ему кидаешь вот так вот. Да хорош стилить, да? Оп, есть. Но, как говорится, обливен, до свидания. Этого сейчас так загрызем. Раз, два, три, четыре. Оп, вкусненько. Просто укусил за ножку. Педалашку. Хорош. Какое же ты говно. Чел пишет, какое же ты говно. Типа убиваю, значит я плохой. Ребята тут сами подфармят, да? Пойдем в эншита. О, монетку сейчас заберем какую-нибудь. Так, но там, кстати, пугна говорит. Да, запарил я игру. А стоял-то как агрессивно, прикиньте. Стоял-то как агрессивно на пугне. Можно мид толкать. Мид можно толкать, пойдем. Сейчас не крачи тройка, вообще весело будет. Не крачи два есть. С умоном очень больно работает Люкантроп. Так, нужно спрятать волка. А то не укусят никого больше за бочок. Так, отходим, хорошо. Все, погнали эншентов поколотим. Ребята в мид пришли. Два левела прокачали, хорошо. Есть. Иногда даже не успеваю левел прокачивать, потому что очень быстро апаешься. Так, ну давайте. Надо голема убить. Големчика убиваем. Хрен простакаешь этими волками. Го, иди сюда. Я не буду сейчас стакать. В смысле, ну в смысле хрен отведешь, вы поняли, да? И фармим. Очень быстро фармит наш герой. За счет того, что у него есть сумон. Этот сумон на бустах очень много вносит дэмэджа. Очень много. Так, у меня все равно получилось стакнуть, да? Это плохо. Это плохо. Можно, в принципе, не стоять тут сейчас и пойти. Да, попади же. Мне нужно уже... Я бы уже в драку бежал, если бы попал сейчас по этому динозавру. Ой, я по нему никогда не попаду. Вы просто посмотрите на него. Я вот все равно хочу тебя убить. Как бы так ни было. Хорошо, погнали. Погнали. Хорошо. Да-да-да, я тебя все равно укушу. Тебя тоже укусим. Дай укушу. Да вижен. О, еще и баш. Серьезно? То есть это так работает. Вы поняли, как это работает? Это называется хинадис на врыве. Поняли, как это работает? Так, ну это все, это последняя капелька была. Фазики в студию. Хорошо. Видели, как это работает? Жесть. Я едва успеваю, жесть, там контроля. Не успеваю просто под контролем даже. Едва хватает на то, чтобы добежать до кого-то. Ну сейчас фазы будут, с фазами полегче будет. Ну найс, башит. Чел. Придется сейчас делать БКБ. Ну стандартный билд, стандартный билд. Стандартный билд. Так, 20-я минута. Я должен был уже один ХГ сломать, но сейчас с некрачами сломаем. У нас почти есть метаморфоза, да? Хорошо. И 16-й левел не за горами. Сотка урона просто своего. Просто с некрачами и Володь. Это радует. Сейчас с фазами нас никто не будет блочить. Будем вдамаживаться. Будем вдамаживаться. Кстати, еще и потная, возможно, тут будет, да? Ну и остается у нас БКБ и Башер. КБ и Башер.
Сейчас поставим варды в актив на топе. Хорошо. Все жалуются, что там тини МХ. МХ обычный тиник. Нажимает две кнопки, убивает всех. Причем тут МХ? Так, создаем волков. Опа. Волки сейчас покажут, как надо. И тиника сейчас заберем. Вот это походу сейчас на вставочку сделаем, да? Ну это походу еще и на вставочку. Неплохо, трипл килл. Простенький максимально трипл. Трипл килл максимально простой, но на вставочку. Да прокачайся, ё-моё. Хорошо, хг ломай. Хг ломай. О, еще и со змеями. Так мы тут вообще затянули каточку, да, походу. Хг ломается на ура. Давайте, изи. Изи ломай хг. Медальку главное кинуть, и все, там дальше справится. О, некрономика, не успел высосать ману. ГГ, алхимику. Хорош. Возвращаемся на мид. Быстренько, быстренько. Сейчас, кстати, можно будет рошу пойти спокойно. Пушерский у нас получается люкантроп. Первая катка, пушерский люканчик. Так, низ тоже сломан, да? Хорошо. Но тут типа можно ПКБшку и башер. ПКБшка и башер. Прикольно снайпер написал. Прикольно снайпер написал. Надо только написать. Ну вы как... Вы, да, вы так сыграли. Типа, знаете, такая логика. Снайпер, наверное, думает, что... Типа, вот они со мной лоб в лоб не дерутся. Плохие игроки. А вот я хороший, я по-честному играл. Я лоб в лоб дрался. Чувак, это дота. Не обязательно лоб в лоб драться. Так, вот такой билд у нас получается. Еще Башера сюда бы, Абиссаловича. Башер Абиссалович. Ну, в принципе, играем стандартную катку как надо. Ух ты. Что значит как надо? Ух ты, меня волк спас. Моя жизнь теперь принадлежит волку. Найс, она в рошпит прыгает. Взрывается. На Queen of Pain. Сейчас пойдем драться с Аегисом. Хоулим давайте. 200 урона с хоулом. Нормально. Хорошо, Егу взяли. Егу взяли, погнали. Могу смело сейчас зайти ХГ сломать. И не париться. Давайте ультанем. Так, дядь. Сейчас волк тебе за ножку укусит. А можно укусить за ножку? Хорошо, за ножку укусил. Где там еще мяско? Снайпер убегает. Ну, ГГ, давайте тут донесем просто. Тут изи. Фейбэкается. Смотрите, идет целенаправленно убивать. Смотрите, как он от сумона падает. Хорошо. Снайпер, ты шо, дядька? Бедолашка. Просто ломаем. Хорошо. Иди сюда. Пойдет. Химику репорт. Какой интерес, просто сноси. У нас герои такие, дядя. В общем, сюда бы еще башер докинуть, но это уже будем докидывать в керри-билде. Сейчас мы сыграли катку так, как должны сыграть, ребятки. Ведь это люкантроп. Вот так делаю. Оба, 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 оба. Смотри, 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 попади на меня. Раз. Два. Готов. Бедный снайпер. Бедный снайпер. GG. Сыграли катку так, как должны были сыграть. Можно было дезоль докидать, можно было башер, чтобы драться, можно дезоль на пуш, и все, и просто ломать. GG. Первая катка у нас получается вот такая, ребятки. Даже на вставочку трипл кильчик сделали в таком пуш билде. Сейчас некстовую катку пойдем, скорее всего, просто через лес с первой минуты. И попробуем выфармить так.
И соберемся немного по-другому. Сделаем немного сумона и посмотрим, что у нас с этого получится. Итак, ну что, друзья, загрузилась у нас некстовая игра. Надеюсь, сейчас лагать не будет и никаких проблем в целом не будет. Сейчас мы сыграем, конечно же, люкантропом в сумоне. Это будет реально, может быть, интересно, может быть, неинтересно. Я не знаю, посмотрим, как это все в целом получится у нас. Но что мы тут добавим? Мы добавим некрачей, добавим волка с леса, засумоним еще волка и превратимся в волка. И просто ау! И все, никого на карте больше не будет. Ладно, сейчас разберемся. Надеюсь, получится интересно, ребятки. Там серьезные оппоненты, я так понимаю. Так, как мы будем играть? Я не знаю. Все, на этом гайд закончен. Закрывай. Короче, смотрите. Сейчас мы будем фармить. Скорее всего, начнем с леса. Если лайн нам дадут пофармить, пойдем лайн. Если лес, то фулл лес. С нулевой минуты на лес я вообще не рекомендую идти. В лес желательно уходить с лайна, если у вас тяжелый фарм. Там, если вам тяжело на лайне фармить, то желательно отойдите и, конечно же, пойдите покайфуйте. Покайфуйте на обычном лайне и, в принципе, все в этом такое вот дело. Но, нам нужно много фарма. Поэтому и лес, и лайн будем фармить. Не забывайте об этой теме. Поэтому погнали, пикаем люкантропчика и погнали. Хорошо будет, интересно. У меня уже, если честно, подгорает. Хочется же побыстрее. Хочется собрать все артефакты и задушить змея вот так вот. Взять его за горло. Ну как за горло? Пойдет, разберемся, короче, пацаны. Разберемся. Главное волка найти и доминатор сделать, и Володьку купить. Да, кстати, тут будет билд с доминатором и Володькой. И не надо вот этот вопрос, они же не стакаются. Все там стакается. Володька это аура, а доминатор это доминатор. Доминатор это таргетная тема. Смотрите, у меня магия, у меня руки красные. Магия. Видели? Доминатор это доминатор, Володька это Володька. Володька считается аурой, а доминатор это считается орб-эффектом. Понимаете? Понимаете. Надеюсь, теперь понятно. Хорошо. Эфейф, походу. Ну, пацаны настроены адекватно. Мне уже нравится. Так, по-любому топорит заберем. На этот раз я возьму щиток. Так, все вниз идем, да? Все вниз толпой. Дайте низ. Эй! Вот так напишем, пацаны поймут, наверное. КГ. КГ кто? КГ-ток. КГ-ток. КГ-ток, типа, да? КГ-ток. Хорошо. Так, куры нет, ничего нет. Ну и ладно, нам не нужно. Мне бы лес бы внизу, ну вот. Какой тебе лес? Иди лайн колоти, а Питлорд мид пойдет. Все схвачено у нас. Вообще желательно пуджу бы пойти. А, у него топорик. Походу с первой минуты пойдем, ребятки, в лес. Но это даже хорошо, потому что я должен вам показать, как стоять в лесу, да? Теоретически, с первой минуты. Сейчас покажу. Через 5 минут. Блин, ГГ, все, ФФ, не получается. Бан. Да нет, справимся. Справимся. Смотрите, там пик такой, знаете... Тут будет пуш, тут будет подсейв, тут Black Hole, тут будет у нас убью, а тут будет моя воля закон. Хорошо. Моя воля. Твоя воля вообще. Убью. И погнала. Огр идет. Огур. Хукай пуш, меня. Меня хукай. Опа. Красавчик пуш, и все, и он уходит просто. Что происходит? Ты чё? Я, смотри, я какой мастер. Я блоковать не умею. А чё в меня шишку кинул? Он в меня семечку запихнул. На руфе. Так, ну пока ребята там бегают, я фарману одну пачку крипчиков, да? Хорошо, не упускайте возможность зафармить все, что есть. А, так у меня лайн оставляет. Хорошо. Можно на лайне поставить. Если лайн оставили, это круто. Можно было взять ферала и фармить. Оп, хорошо. Омник будет пушить, походу, да? Брат, ну ты это зря. Это ты зря. Мне сразу с разминки начинают. Я только на лайн вышел. Мне чел сразу... Нифига, заруба, пацаны, смотрите. Вот это настоящая заруба. Не то, что ваши там какие-то 3К ПТС зарубы. Вот это заруба. Вышел на лайн, сразу стан на огре дай. Оп, смотри, как умею. Хорошо. Но омника забирать фарм все равно, что до шишку хватит меня кидать. Я ж тебе что сделал? Омник меня даже не похилит. Зачем так делать? Не понимаю. Ой, дедушку там убивают. Да ты что такое хочешь? У него какая-то ненависть, походу, у огра. Он не любит волков. Не любит волков.
А я всех крипов ваших добью, чтобы вам экспы не было. Прикинь, какие что делает. Меня хилить, походу, никто не будет, даже тут на этом лайне. Сейчас возьмем базилку и пойдем. Базилочку. Хорошо. А можно еще пол хидрески взять. В любом случае, с Володьки будем начинать. О, смотри. Он лагает, Огр. Вот почему он станы по КД в меня закидывал. Давайте так сделаем. Ух ты. А меня умник даже не будет хилить. Придется хилку юзать, ладно. Он качает хил, но не знает зачем. Оп. Оп, хорошо. Ну, фарм тут, кстати, хороший на лайне, потому что он мне как-то атачит. Пойдет. Давайте напишем. Полз. О! СПС. Куда герой идет? Он должен ближнего атаковать. Он бежит куда-то. Сейчас хидреску возьмем, в лес идем, наверное. Все-таки нам нужно лес постоять. Блин, постою, интересно, в этом гайде, я в лесу. Наверное, нет. А мне постоянно шишки кидает. Все, хидреска есть, погнали. Хорошо. Пол Володьки имеем. Сейчас волков поднимем, подушим чуть-чуть. Или останемся так же и будем лайн колотить. В принципе, тут можно вообще в пуш играть тупо на этой линии. Тупо в пуш. Все, я пошел. Лесочек. Не забывайте базилку включать, когда в лесу фармите. У меня есть привычка с выключенной базилкой всегда играть. Объясняю почему. Это привычка, чтобы меня на лайне никто не палил. Это хорошая привычка выключать ее, потому что бывает, вы можете идти в ганг, да, и спалитесь своим присутствием. Вас просто запалит вас аквилка. Поэтому не забывайте. Вовкнули аквилу, базилу, и все у вас хорошо, вас не видно, что вы вышли на лайн. Так, найс, я тут подфармил два кемпа, и сейчас выйду еще на лайн, да? Отлично, и на лайне еще подфармлю два кемпа. Сейчас агуру немного чапалаху дам. Кусь-кусь за ножку. Давайте так будем. Лес прыгать. Выпрыгивать лайн. Выфармливать лайн. И прыгать обратно в лес. Но нужно тут сапог взять, чтобы быстрее выфармливать. То есть я могу сейчас очень много забирать фарма. Вон крипы под тэшкой. Пока крипы под тэшкой, мы сразу в лесочек. Два кемпика казним. Вот видите, я вышел на лайн, опять базилу выключил. Я даже не задумываюсь о том, что я ее выключаю. Но в лес заходим, базилу включи, будь добр. Чтобы волкам давался армор. Было по кайфу. Хорошо. О, волки. То, что мне нужно, но доминатора еще нет. Давайте вот этот демош не будем терять. Хорошо. Отлично. Все, и возвращаемся. Одну пачку прогуляли. Одну пачку next up фармим. Хорошо, огра чуть погоняем. Ух ты, какой хитрый. Какой хитрый. Можно тэшку чуть поколотить. Крипчиков казнить. Так, волки тройка, да, у меня сейчас уже. Давай, душанем его, дядя. Хорошо. Ах ты, с хила убил, по какой он такой. Все, ну это тэшка наша. Можно сейчас бурить начинать. Даже эта катка будет успешнее, чем прошлая, по идее. Потому что спокойно дают пушить. Пятая минута, тэшку забираем. А не, вряд ли заберем, дорогой. Хорошо. Не сгорит он? Марита 6 левел, нифига себе. Эти хилочек ему дадим. Хорош, я хилом спас его. Давайте вот сюда. Отлично, сейчас закайтим станы. Есть. Отойдем. Еще на развороте что-то забрал. Мартретка бегает. Вот там пуч еще сейчас будет.
Хорошо. Найс. Неплохо. Неплохо. Так, это Володька, да? ЗБ, вы же лес, иди. Что там, пацаны гоняют Энигму? Так, хорошо. Ну, шестая минута, очень хороший фарм. Next доминатор. Давайте сначала фазы сделаем, чтобы беспрепятственно двигаться. Фазы и... Пуч там, смотрите, ломает крипчиков. Жесть. Фазики сделаем. У нас уже они, в принципе, есть. И ману, наверное, одну купим. Чтобы зарегениться. Все, есть у нас. Володька, фаза, седьмая минута. Это хорошо. Волки в 4. И Next Dominator берем. Next Dominator, парни. Очень хочется сейчас засуммонить волка и с волком еще дополнительно бегать. Будет круто. Пойдем на низ, наверное, да? Сейчас метаморфоза еще будет. На низ можно выйти и покусаться немножко. Там ребята, жесть. Страдают. Давайте волков поднимем. Хорошо. Ух ты, ё-моё. Вот это страшно сейчас было. О, мне маны дали. Это круто. Давайте огра пойдем загрызем. Погнали. Одного волка возьмем, знаете, как подобузим. Вот так вот делаем, подблочиваем. И сами душим. Хорошо. Одним волком подблочиваем, другим душим. Хорошо. Че там, пацаны, страдают, да, страдают. Хорошо, домик next. Чтобы волка еще взять. Чисто будем настоящие волчары. Да пойдем еще дальше по лайну. Че мы тупим? Вообще можно пойти попробовать Рошана сейчас забрать. Сейчас что мы и сделаем. Пока он не апнулся, но он апается на седьмой минуте. И дальше. И дальше Рошан апается. Интересно, есть варды? Пойдем попробуем. Пробуем так запушить. Если честно, на этой карте, вот говорю еще раз, раннего Рошана на Люкантропе я никогда не пробовал, потому что не получается просто банально. Не получается банально. Поясняю, из-за чего не получается, да господи. Короче, вот так вот, отойди. Все. Так, ну, заставить сейчас, походу, Омник немного напрягаться. Извините, чихаю. Да не, вроде спокойно, да, получается. Даже я еще фуловый, это еще форма не юзана. Но Омник дает деген ауру. Рошан чуть помедленнее бьет. Но забираем. Забираем. Хорошо, Рошан наш. Погнали. 6, 9 минута, в принципе. Да, в принципе, получается раннего Рошана брать, ребятки, внизу ДДшка. Не стал я брать его. Раннего Рошана все-таки получается брать. Давайте сейчас. Доминатор. Доминатор. Тр. Доминатор. Есть, мы в боковом сейчас доминатор купим. Погнали. Раз, два. Есть еще и домик сюда до кучи. Сюда до кучи доминатор. То есть Аегис ранний. Фарма очень много. Хорошо. Погнали, лес. Можно лайн сейчас ковырять. Тут стоит отличный вард для того, чтобы мы пользовались пушем. Пушем, да, пушем пользовались. Пользовались вот Омником. Омник молодец. Хорошо сделал. Парнишка красавчик. Так, вот этих надо быстренько сбрить. У меня есть немножко времени. Доминатор взяли до кучи. Сейчас возьмем волка. Хорошо, ждем. Ждем. Доминатор. Так, не повезло нам немножко, да? Волка нету. Хорошо, тогда запушиваем и низ идем. Можно руфа будет укусить за ножку. Фармли с Аегисом. Круто. Руф сюда. Можно продать сейчас щиток. Щиток продать и двигаться на центральный образно. Но мне нужен волк. Хочу волка взять и уже с волком двигаться куда угодно. Даже куда угодно двигаться.
Рубчик, все, в деревце зашел. Ага, найс. Тычку дал и вышел. Окей, неплохо. Не стал я форму тут юзать. Ну, типа, я был уверен, что у него есть инвиз. Типа, вот он сейчас мог не ошибиться, да, с инвизом. Я бы просрал форму. Вряд ли бы забрал, поэтому пофиг. Нам главное волка найти, пацаны. Давайте низ сломаем. Пока никто не дефит, пока стоит вард, мы сломаем низ. Погнали. Немножко дэмэджа добавим своим волкам. Волчатам. Хорошо. Пора форму жать, ребят. И в атаку на мартретку. Ой, на мартретку, на траксу. Хорошо. Так, делаем. Их там вообще дэмэджа 0 будет. Эти корни, это жесть, руин. Ужас какой-то. Корни заруинили максимально, волки не пробивают. Она пойдет, я выжил, я не сфидил. Пойдет, го волка искать. А мог забрать. Просто меня захитбоксило. И это некомфортно. Захитбоксило меня. Но все равно фазы офигенно ему заходят. Так, мне нужен волк. Заяц, волк. Погнали, пацаны, может успею стакнуть вас. Времечко-то вроде есть. Вроде время есть. Хорошо. Форма есть. Волки есть. О, хорошо. Маны на доминатор надо. Сейчас волка к себе в семью. Кто-то сказал семья, да. Кандали бомбирой. Щембели на бомбирой. Кто-то сказал семья. Нет хуже зверя, чем тот, кто запер что-то там в клетке. Что-то такое, что, да? Хен, что за хрень? Хорошо, есть волк у нас. Есть волк. Заяц, волк. Так, это продаем. Это берем, это кидаем, это сюдаем. Хорошо, у нас волки есть, отлично. Все у нас есть, ребят. Все у нас есть. Погнали по низу. Хорошо. Оп, за ножку пусть. He's engaged the enemy. Так, товарищ волк, к нам, в семью. 23 дэмэджа, добрый вечер. И у меня 116, хорошо. Главное фазики по КД. И по низу гоу. Сейчас кто придет, любой от нас отхватит. Волки есть, все есть. Опа. Волчары. Имеются. Хорошо. Погнали по низу. Меня не бей, волка бей. Хорошо, как пушится-то? Плюс 10 дэмэджа у этих, у крипов. Это на самом деле много. Это я еще без ферала. Ой, без ферала, без хоула. Пушу спокойно. Хорошо. Сейчас пойдем что-нибудь намутим, пацаны. У нас уже не крачи есть, к слову. Не крачи еще есть. Давайте вот так делаю, да? Хорошо. Можно было хг подушить. О. О, да не, вот это можно. Хорошо, за ножку. За ножку, за ножку. Куриную. У меня Его упала, да? Так, Огур убежал, вот плохо. За ножку куриную схватили. Опа. Давай, давай, его. Ну-ка, волки. Силу покажите. Ладно, не показываю. Сейчас волка, походу, на базу. Отведем. Так, этот волк на базу. И мы пойдем еще эншентов поколотим. Сейчас сумон еще сделаем. Сейчас еще не крачи будут. Ну, в принципе, можно было попросить Омника его захилить, да? Но это будет очень долго. Хорошо. Волка на базу. Пойдет. Эншей два раза убьем сейчас. Пойдет. Нет, не бери его с собой, он заберешь его. Хорошо. Вот если бы не проследил, уже бы без волка был я. Монетка, хорошо. Монетка, не крачи 2 и погнали, ультанем. Быстро, быстро ульт заканчивается у ликантропа. Раньше был ликантроп лучше. Сейчас он такой, по рофлу. Я даже вот не вот честно, я играю не на фул эту катку, потому что я понимаю, что мне нужно отписать контент. И чем он дольше, тем он лучше, тем приятнее будет смотреть. И, типа, нужно основные там, да, азы какие-то, понимания этого героя раскрыть. Типа, ну, по факту.
Погнали, ребята в миду дерутся, я не хочу. Вот я сейчас могу пойти Т2, да, и сломать просто МХГ под некрочами двоечкой и тому подобное. Но я не хочу, потому что, блин, это ж неинтересно. Нужно контент, правильно? Он АФФшки пишет. Рано сдаетесь, пацаны. Рано. Энигма еще Black Hole не кастовала. Че не кастовала Black Hole? Это что там, волк идет, да? Волк, ты где? Иди сюда. Волк, ты где? Хорош. Там волчар уже пришел. У меня пока некрочи долетели второго левела. У меня уже некрочи сейчас третьего левела будут. Это страшно, вырубай. Хорошо. Я как настоящий лесничок, топорик не выкидываю. Так, волк пришел, да? Оп, хорошо. Здравствуйте, дядя. Так, вот этого волка вообще надо зацепить за героя. За героя, да хрен так получится. Потому что если я зацеплю за героя, я не смогу всех выделять. Так что поэтому просто бегаем так. Так, хорошо. Пазики нажали, побежали, отлично. И сейчас некрочи тройка. И можно просто 1-9 прыгать. Там столько демеджа будет. Столько демеджа будет. Так, ну, есть некро 3. Yes, my friend. Если я быстрее нафармлю на курьера, я куплю курьера и принесу некро 3. Так, сделаем. Да, я быстрее нафармлю. Хорошо. Отлично. Курочку взяли. Все, погнали, пацаны. Сейчас сумон еще. Ох, еще хоул. Хоул сейчас прокачается. Ну ладно, погнали. Вон там ребята дерутся в спутке. Главное, чтобы меня Black Hole не дали. В дикую собаку-то. Вообще с Аигисом желательно идти. Я что-то боюсь, я свижу. Не хочу фидить в этой катке. Можно было уже закончить. Хорошо, некро 3. Отлично. О, Рошан есть. Таго. Что нам мешает? Горошана. Вот это самая микроконтрольная тема, которую я не люблю. Не люблю. Он еще бывает забашит этого волка бедного. Хорошо, вот так по кайфу. Он забашил и все, то есть ничего не сделал. Так, волки 2. По идее, за 2-3 пачки волков должен убивать спокойно. Так вот, найс. Хорошо. Все, погнали. Вот сейчас будет заруба. Сейчас будет заруба. Просто забегу. Ох, какой Black Hole хороший. Погнали. Я с волками хожу вместе. Как же не могу догнать? Ну, хитбоксит, хитбоксит меня. Меня хитбоксит просто. Невозможно никого убить. Вообще просто в хитбоксы пропадаешь и все. То есть, видели, какой потенциал был? Я там всех могу убить. Да? Но не могу. Ломаем ХГ. Смотрим, как быстро ломаем. У, с волком еще вообще жесть. Ладно, гоу. Это жестко. Сейчас хоулим еще. Смотрите, как падает. Я просто соло сломал ХГ. Столько дэмэджа. Блин, такой потенциал, да? Вот что-то нужно собрать такое, чтобы еще замедляло, да? Типа башер там, что-то такое. Вот раньше волки были продуманы. У них раньше был баш у волков. И можно было, типа, знаешь, в ультимейте раздамаживать нереально. А сейчас как-то не продумано. Как-то оно не то. Как-то ну не то. Что-то не то. Башер надо. Кто-то вот в чате по-любому сейчас на премьере напишет. Хен, какой нахрен топорик? Где твой башер? Где твой башер? Волк это башер, да? Да, я со многими могу согласиться, что это башер. Но у меня люконтроп такой, что он заканчивает катки просто вот на вот этой вот минуте, вот которая сейчас. Я уже закончил игру по сути. Понимаете?
Вот такой у меня люкантроп. Ну, башер есть. Фазы, главное, если фазы бесконечно были бы, ну, чтобы можно было... Было бы такое, что ты имеешь статус фейзов во время ультимейта. Это было бы имбово. Потому что я сам себя блочу крипами. И ничего с этим не могу поделать. К сожалению, вот такая механика игры. Так, башер есть, хорошо. Мне нужно, чтобы мой волк вот этот регенился с Володьки. А то он, бедолашка, ходит без хп. Никого не кусает. Погнали, Аегис есть, есть форма. Слово прокачали. Погнали. Ох, сейчас бы на вставочку ультракил какой-нибудь, знаете, с сумончиком там. Сейчас пушечка была бы. Даже подумаю иногда насчет сборки через докторин, потому что... Ну, это такой бред. Форма хреновая. Редкая. Так, волки есть, можно поесть. Погнали по топу. Как я не хочу подниматься. Страшно. Волк хочу подзарегенить. Немножко. Хорошо. Есть. Доминатор, в принципе, один раз можно собрать, да, потом продать. И не париться. Хорошо. Пойдет. Давайте пересоздадим, потому что время уже вышло. Тэшку заколотим. Посмотрим, насколько быстро тавр упадет сейчас. Так, отведем. Я постоянно стараюсь отводить крипов. Я об этом, кстати, не говорил. Почему? Потому что у крипов дальность атаки меньше, чем у крипов, которые просто идут по лайну. И, соответственно, из-за этого момента тавр сразу триггерится на крипчика. И все. На моего крипчика. И все, и он убивает волк. Так, давайте перебафуем тогда. О, у этого фул хп просто. Хорошо. Что-то они на хг заперлись, сидят. Я же сейчас просто забегу и покусаю всех. Серенький болчат. Так, минута, да? Минута. Ну, 1 в 9 на хг бежать не очень хотелось бы. Давайте забайтим, может. Забайтим. Ну, 1 в 9 точно не пойду. Нет, ребятки, 1 в 9 не пойду. Пацаны что-то там внизу бегают. Погнали. Можно сделать абиссал, типа, знаете, затаргетить, чтобы... Сразу заобиссалил, типа, да, прыгаешь, заобиссалил, и все. То есть затаргетил. Но иногда не будут давать вам пользоваться вашим героем на 100%. Будут просто кайтить, контрить, гоститься. Хексить, в конце концов. И тут нужно будет уже как-то соображалочку настраивать, чтобы вам было менее безболезненнее играть в эту доту. А лучше не играть вообще. Хорошо. Гоу. Я не против. Вторую сторону. Ребята драку начнут. Я, короче, отойду, закрысь. Подожду, пока Энигма заблэкхолит всех. И выбегу за спину. Я очень часто лотар собираю ему. Вот, то есть, у меня билд чаще всего еще через лотар собирается. Можно аккуратненько пройти, выйти. Так, хорошо. Не очень хочу я первый идти. Оп, найс. Пересоздали. Так, Рудге там забайтил, да? Хорошо, ну я хгшку побью чуть-чуть. Энигма стоит со спины. Хороший блэкхол от Энигмы. Давайте ультанем. Оп. Оп. Опа. Ой, трипл килл. Хорошо. Ну это даже, по-моему, на вставочку будет сейчас, да? Ах ты, стилер. Не дает на вставочку. Я просто трипл килл сделал там вообще. Укусил всех за ногу. А пуч подошел, хуканул просто и все. Я даже там не пытался застилить. Даже я даже не успеваю ману высосать. Жесть, но дэмэджа очень много. Смотрите, как ломается. Все ломается просто на ура. Просто на ура. Это еще без хоула. Жесть, с некрачами, с волком. Нереальное количество дэмэджа. Страшно. Давайте МКБ-ху сделаем. Там мартретка для нее спешл. Ну, блин, если честно, желательно сделать дезоль. Дезоль кераса наш билд вообще. Это, ну, типа, люкантроп это всегда пуш, дезоль кераса и поехали. Поехали, дядь. Хорош. А, сумон не забирает. Кстати, почему не забирает? Ведь должен забирать. Я почему-то вроде помню, забирал он. Рак получается. Ну, бывает.
Ноют старые кости, да? Так, уважаемые. Не, вы тут никогда не справитесь. Так, 5000 есть, ребят. Дезоль можно сделать. Можно сделать Лотар Сейдж для позиционки. Можно сделать МКБ для мартретки. Чтобы сделать на вставочку. Прям хорошую на вставочку. Давайте сделаем хорошую на вставочку лучше. Чем сделаем какой-то дезольчик. Хорошо, на вставочку лучше. Кусь. Укусил монетку. Погнали. А я бы вообще, если бы катка была более серьезная, я бы хотел... Хотя я бы все равно, скорее всего, МКБ сделал для мартретки. Волчонок, ты что там? Куришь, что ли? Не кури, это вредно. Оп. Оп. Ладно, все равно забашу сейчас этим волком. Хорошо, МКБшка есть. Мурчант там, да? Чтобы с формы можно было убивать. Так, есть. Хорошо, МКБ-ха. В студии. Сия там появляется у мартретки, да? Так, ну что, я готов подраться еще раз. Не сломали. Не сломали, побежали. Опача. Давайте вот так сделаем. Огра, за ноги. За ноги, за ноги, дядька, за ноги. За ноги, за ноги. Хорош. Радует вообще, на самом деле, эта тема. По низу зайдем. Будем сейчас драку в ХГ делать. Скорее всего, катка закончится. Блин, я даже не знаю, сколько каток на гайд писать, потому что все катки на ликантропе, они, как правило, фастовые. Они фастовые. Они фастовые. Перебафаем. Хорошо. Я постою в сторонке, подожду, пока драка начнется. Меня тут не видно. Чтобы сделать красивую на вставочку. Меня волки зажали, да? Хорошо, гол. На вставочку хочу. Смотри, как делает. Кусай. Башер можно. Ой-ой-ой. Дай, хочу ультракил. Не дает. Я мог забрать, но я там умирал бы. А, так я тут сейчас и так умру. Эй, вообще не в тему, да? Тут стоит Миднайт. Жесть. Чуть-чуть не добил. Но видите, за форму едва успеваешь что-то убить, там, троих, да, героев и то. Но я сейчас мог и четвертого забрать, но уже форма кончалась. Жесть. Но герой на самом деле в форме реально сильный герой. В форме сильный. Прикольно, что в Энигму там Башер вылетел, это по кайфу. Мартретку, жесть, я там почти загрыз. Почти загрыз. Волка, кстати, слили, все слили. Сейчас пойдем, ребятки, ресторить волков. Все будет офигенно. Мартретка. Знаете, мартретка, что сейчас делала? Вот я сейчас смотрю, комментирую. Мартретка прыгнет, побьет. ХП слила. Пойдет на колодец. Покайпует. Опять прыгнет, опять побьет, опять на колодец. Жесть. Парни тяжело будут играть. Пуджа, бедолага, убить не может. Ладно, не суть. Но катка прикольная все равно. Пойдет. Тракса там побежала. Кстати, можно будет, наверное, сейчас лотар сделать. Типа, блин, башер апнуть хорошо было. А лотар чем хорош? Потому что ты сумон создаешь, заходишь в лотар, бежишь, вроде бежит сумон, а сумон бежит очень быстро. И ты выходишь с лотара и бэкстебаешь. И нереально очень много дэмэджа можно нанести. Хорош. Но эта катка, кстати, поинтереснее, чем первая. Это поприкольнее, но такой, моментов больше сочных. И некстовая катка будет у нас керри билд. Керри билд, пацаны. Так, го волка искать. Этот волк был из тех, кого просто хотелось поискать. 250 урона с руки, пацаны. Вот просто персонаж, который имеет 250 дэмэджа просто на ферал, импульсе и МКБшка. Вот МКБшка и ферал, и все. Кто там убивает? Так, големы мне не нужен. Трон падает, пацаны. Дефайте. Трон. Трон падает, стоят, пацаны, там кайфуют. Так, ну нету волков, да? Сейчас найдем. Зря, что ли, блин. Доту играем. Рошана, да я не хочу Рошана собирать, дядь. Честно, не хочу, не. Волка надо.
Волка хочу. Чисто, знаете, волчара. Чисто волчара нахиназился. Волка хочу. И пошел. Так, ну волка, естественно, нет. Этот кемп я не успею, да, отвезти. Не успею забрать, да? И отойти. Надо волков просто взять. Волков надо взять. Есть волчата? Нету волчата. Так, ну я волка, походу, до 90 минуты искать буду, пацаны. Без волка не пойду на ХГ. Не уговорите. Даже вот 100% еще один слот подниму, но волка пока не найду, не пойду. Пока волка не найду, никуда не пойду. Волка надо. Это моя семья. Хорош, еще абиссал, походу, подниму, да? Походу, пока буду волка искать, абиссал подниму. Ау! Мне нужен волк. Желательно весь. Так, пойдем вот. А, ну с умоном надо прочекивать. Погнали вот сюда. Хорошо. Есть волки? Агуры. Ну, такое себе. Агуры. А там, может, волк есть. Его прочекаем. А тут волк есть? Нету. И тут у нас, наверное, тоже не будет. Но это тупо везение. Ну, конечно. А тут есть волк? Нету волков. Все, волки закончились сегодня. Волки сегодня закончились. Я пока волка не возьму, никуда не пойду, пацаны. Волка надо. Это моя семья. Ребята дерутся там. Сейчас сам Энигма Блэкхоллом накроет, и у них трон упадет просто. Жесть. Ну пойдем, ребятам поможем, как-никак. Все равношка. Ракса, стой. Оп. Да пофиг не в БМ буду бить. Ультракил, на вставочку хочу. О, бешеный волк. Сделал на вставочку. О. Это на вставочку. Джи-джи. Ну, на этом можно закончить. Ребят, ну вот такая вторая катка получилась. Не дособирал я, обиссал такие. Жесть. Волк, это моя семья. Ау! Я чисто и пошел. Жизи, ребятки. Ну, вот такая катка получилась. Сюда можно было дособирать еще Башир Абиссалович. И здесь все по кайфу. С волком мы поигрались. Все у нас получилось прикольно. Сделали ультракил. Все, что нужно, ребятки. На вставочку, как говорится. Все имеется. Сейчас пойдем в некстовую игру в керрибилде. Ну что, ребятки, и крайняя на сегодня каточка на Люкантропе. Что мы сейчас будем собирать? Конечно же, керри билд. Если первые катки мы сыграли то, как нужно, а именно фаст пуш, сразу же уничтожаем все, запушиваем и заканчиваем игру, то сейчас в этой катке мы сыграем в керри билде. Что подразумевает керри билд? Я так думаю, возможно, я начну эту катку с сбора армлета, возможно. Сейчас попробуем сыграть без сумона, а именно будем качать двойку и тройку. Чисто через 2-3 и full damage, без волков, возможно без волков, потому что я не вижу тут смысла будет собирать волков, причем собирать какой-то сумон и прочую всякую тему. Сейчас попробуем сделать именно такую катку, чтобы именно прям керри билд, жесткий там башер. Возможно, сию сделаю, сия для замедления, но не факт. Буду я делать ее или нет, посмотрим, как пойдет по золоту. Обещаться не буду. Хочется хороший, интересный, красивый билд, чтобы прям с руки в метаморфозе можно было наваливать. И возможно, этот билд мы подкрепим октарином, для того, чтобы быстрее передвигаться. То есть керри билд, он подразумевает, конечно же, море дэмэджа, и если у нас форма будет кдэшиться чуть-чуть побыстрее, то будет вот так вот. Поэтому давайте посмотрим, что у нас получилось. Ну, судя по превьюхам, по превьюхе вы, в принципе, все и так видели, что что-то да получилось, да? ПП я брать не буду, поэтому сидим, ждем. Ждем, еще раз ждем. Ребята пикнут, я тоже пикну.
Ребята пикнут, я пикну. Посмотрим, как сейчас пойдем. Кстати, все игры я стоял. Так, у нас сейчас минус золото пойдет, да? Ну, понятно. Понятно. Смотрите, все игры я стоял на лайне, да? То есть, получается, лайн у нас почти всегда был открыт. Это значит что? Это значит, что катки через фулл лес не было. Но я опять-таки напоминаю, я не рекомендую идти фулл лес. С первого левела лес, потому что вы там загнетесь. Будет очень тяжело. Крайне тяжело будет фармить лес. Я даже вот так вот скажу. Потому что 85-я карта, она в принципе не предназначена для того, чтобы с первой минуты идти лес. Ну, нежелательно. Можно пойти, да, я не спорю, можно. Можно. Можно на Аксе пойти, потому что Акс хорошо с лесом справляется. Можно пойти спокойно на Энигме, да, потому что лес они очень хорошо фармят, но не на Люкантропе. Люкантроп это такой персонаж, он, ну, он слабенький сейчас, реально слабенький, сумон слабый. Если раньше волки были по 400 хп, то сейчас они всего по 200 в начальной стадии. Это значит, что у вас не будет 400 хп для того, чтобы дополнительно подфармить лес. То есть у вас нету дополнительного мяса, которое вам позволит быстрее, так сказать, апаться в лесу. Раньше было лучше. Сейчас, к сожалению, такой возможности не имеется. Поэтому желательно чуть-чуть, если что, лайн подфармили. И в случае, если там фарм совсем плохой на лайне, то в лесочек. Там с 3-го, с 4-го левела. Тогда будет более-менее. Поэтому, ребятки, как-то так. Про лес, надеюсь, вы поняли. Что ж, погнали. Керри билд. Армлет я тут вижу, что сразу аппарат не будет давать. Не будет давать армлетить. Ультимейтом задушит. Ну, посмотрим, посмотрим. Аппарат, как правило, это кусочек мяска. Кусочек мяска. Седьмой слот, видимо, АФК. Сейчас пропикаем и погнали. Катки все быстренькие. Так, идем на лайн, да? Хорошо. Джага у нас там, да, на топе будет. Ну, мы на низ, походу, пойдем. На низ пойдем, да, ребят? Тогда закупаемся вот так вот. И берем кольцо. Кольцо. Сделаем, если что, аквилку. Что будем в отхил брать? В отхил сделаем доминатор. Не будет тут у нас никаких володик и прочей всякой темы. Кольцо возьмем на аквилу. И погнали. Без володьки будем играть. И давайте попробуем, может, без сумонов плюсы. Керри билд плюсы без сумона. Давайте так обозначим. Керри билд плюсы без сумона. Все, хорошо. Просто, я, знаете, почему не люблю такую тему делать? Потому что некоторые ребята, вот когда вот идет премьера, да, конкретно, это сейчас не стрим идет, да, многие сейчас, наверное, удивились, что сейчас идет не стрим, а сейчас идет премьера нового гайда. И некоторые ребята пишут: о, Хэн, дай слот, я играть хочу, как донатит? Или еще прочие другие вопросы. Я на премьеры редко захожу на премьеры, и как бы... Бывает, иногда вижу потом в офлайне такие вопросы, потому что чат сохраняется, что ребята не вкуривают, что это премьера. Как отличить премьеру от трансляции прямой? Там написано внизу, премьера началась или трансляция началась. Премьера это просто видосик. Так, ну тут ГГ, Урса сожрет его нафиг. Сожрет нафиг его Урса там. Примит? На некре. Пуск же. А, я понял, чел меня сразу матами. Я думал, если честно, Хускар на мид заговорился. Если честно, вру, я хотел монету забрать. Я крыса, не делайте так. Так, посмотрим, что по лайну. Тут пуш, скорее всего, будет, да, и... Усревич, да, Усревич с сапогом. Заранее. Ну, пусть он меня пушанет. Я что-то не очень хочу тут стоять. Дедушка, он сразу сейчас казнит, да? Будет пушаете делать, да? Хорошо, будет пушить. Пуск у нас тут на лайне будет котлетой вкусной, пряностей. Ах ты, смотри какой! Пидит еще и фармит. Пидит еще и фармит. Да, давайте 2-3 и плюсы вместо волков. Хотя волков в разочек можно будет взять для вижена. Но желательно, блин, от них толк от этих волков имеется, когда они дают, когда они в невидимости стоят и дают вижен. Хорош. Не надо, дядь, пожалуйста. Надо сейчас сапог взять. И опять без щитка играю. Без щитка вообще хреново, на самом деле, драться против крипчиков. Хитрый какой нахуский обманщик. Сам натуральный. Первое, то, что надо на лайне, это сапог. Сапог, потому что тут лайн такой. Гнобить будут. Я, наверное, сделаю ПТ-шку в этой катке.
Потому что сумона тут не будет, меня никто блочить не будет. Скорость атаки мне нужна будет. Скорость атаки нужна будет. Хорошо. Скорость атаки нужна будет. Ребята будут обходить, возможно, сейчас, да? Но мы качаем тройку и двойку в этой катке. Я напоминаю, ребятки, через Ферала. И второй. СС был написан. Там уже, извините, как. Сейчас напишет. Кончен буи! Во-во-во, пошло, пошло, пошло. Чекайте. Вольк плохой, Вольк плохой. Вольк плохой. Эй, Вольк. Рак. Вот такой Волк. Крыса. Хорошо. Ставь лайк, если ты не кролайт. Блин, забавный парнишка. Вольк плохой. Да пропусти батю. Ты шо? Понял. Хорошо. Че, первое, что сделаем, ПТ-ху. Сревич обходит, да? Сревич обходит. Души его, души. Бей, не бойся. Бей просто и все. Не даст добить его, да? Но буду драться. У меня дэмэджа очень много. Еще крипа будем ласхитить в это время. Если бы Хуск не боялся, а бил забрали бы. Он начал убегать. Там не убежишь никак. Так, ну со второго захода я буду отлетать. Через два оверповера я умираю. А, нормально. Лоб повер. Хорошо. Можно кайфовать. Кайфовать хочу, кайфовать. Убей его. Сейчас кто-нибудь, наверное, в чате пишет. Убей его, хен, убей его. Вот это я сейчас должен под Т-шку бежать. Вместе с Пуджом там видеть. Убей его, хен. Ты что, дядь, ты решил? Обозлился ты, короче, да? Я тоже тут, скорее всего, отъеду. Да. Идти! Играй, да! Напишем. Жестко, жестко, жестко. На, это Урса, Урса. Сильный на ранней стадии. Люкантроп, кстати, очень хорошо может хапать от Урсы. Да. Так, ну разочек мы умерли, больше нам умирать нельзя. У меня есть там Глоус, да? Я сейчас белт возьмем. ТПшечку, погнали. Есть ПТшка. Сейчас левела прапаем, все будет огонь. Зачем я брал ману, я не понимаю. Если честно, я думал, что через волков буду играть, но потом понял, что через волков играть я не буду. Будем играть тут немного по-другому. Надо уходить отсюда. Хорошо, пусть пушит. Блин, опять он ТПшится. Мне форма нужна. Чем раньше форму возьму, тем раньше начну. Возьму, тем раньше буду доминировать. Хорошо. Хотя хорошо бы армлет зашел. Души, души его. Че ты бегаешь? Бей. Господи. Я буду ласхитить стоять. Специально просто постарался подласхитить. Так, берем Ферала. То есть у меня уже скорость атаки лютая. Прям довольно-таки неплохо. Слушайте, давайте сделаем армлет, наверное, все-таки. Я думаю, он мне пригодится. Хоть и там и пуч, Урса, Орбов Веномы. Попробуем через армлет. Эй, Вольк. А, опять сейчас сесть, Вольк, иди. Хорошо, интересно будет. А можно сделать мидас вообще. И фармить. Будет тоже неплохо. Даст тоже неплохо. Хорошо. У них ганг, говорит. Ух ты, блин. Ну. Найс. Суицид. Но этого я убиваю. Беремся. Хит и раним просто и все. Хорошо. Перебил. Пойдет. Хорошо, что маску взял. Хоть какой-то отхил дополнительный. Давайте аквилку. Перебил же есть. Хорошо.
Плюсы будем играть. Жалко, Пуджа не добил я. А все остальное пойдет. Пойдем в лесочек нырнем. Момчик я точно делать тут не буду. Момчик заруинит эту катку. Там очень много дэмэджа. Аппарат в меду. Интересно, куда Рудгер пошел? Он не за мной пошел? Меня Рудгер просто убивает. Опасно. Не хочу стоять, тут очень опасно. Ну вот так вот здесь побезопаснее будет. Если я чуть это... Ух ты, смотри как. Жалко, нету ульты у него. Так, вот так делаю, да? Вардик. Так, Усревич тут. Ждем форму. Ускарчик у нас, к сожалению, что-то подфиживает. Но главное, я фармлю, все остальное мелочи. Ух ты, блин. А тут я драться. О, хорош. Нормально. Годненько, годненько, одобряю. Хорошо. Вардик я, наверное, поставлю там в лесочке, чтобы было видно Рудге. Хорошо. Усревич очень нагло играет. У него ульта еще будет. С ультой может, кстати, меня наказать. Не, нет ульты. Он может на развороте очень сильно с ультой, с оверповером. И ультой может наказать. Довольно-таки страшно. Не хочу. Да-да-да-да-да. Да-да-да, вот он, ультимейт. Хорош. Но с арбы я не умру, по идее. Найс. Пойдет, пойдет. То, что нужно. Так, ну ультапарата еще нужно бояться. Гоу ТП. Гоу ТП. Ультапарата, это страшно. Давайте хилку накинем. Хорошо. Так, тут через лотар, наверное, будем. Да. Маска есть, можно поесть. Доминатор сделаем, это понятно. Это понятно. Ну, Урса такой, серьезный оппонент. Знает силу своего героя, знает, что можно ультануть и не париться. Скар 0-6, ничего страшного. Вообще круто было бы сделать Мидас. Мидас. Маска, кстати, зарешала, я бы сдох тут. Так что маска оправдана хорошо. Маска оправдана хорошо. Нажми, нажми, там пишут. Нажми. Ребята дерутся, мне бы туда сейчас, да? Пойду аппарата укушу за ногу. Аппарата. Аппарата, брата. Брата, аппарата. Аппаратик на топ пошел, да, походу? Урса Рошана пойдет сейчас, да? Йоу. Собьем колдфит. Хорошо. Хорошо. Ух ты, блин. Не пугай так сильно, ё-моё. Ё-моё. Не надо, дядь. Я знаю, что ты серьезно настроен, но меня убивать не надо. Ты, ты что, с МХ, что ли? Криса. Че, мы боимся его, блин? Я его боюсь, потому что у него еще ульта там. Он на меня настакал дэмэджа. Страшный, ё-моё. Жесть. Я боюсь его, честно. Я его боюсь, ну его нафиг. Я его боюсь. Ману я зачем-то взял. Ну шо, подригенец. Хорошо. Пойдет. Урса боюсь, но мы ему заход на Рошана сбили. Радует. То есть злой Урса, но это будет интересно. Это будет интересная карта, ребят. Carry build. Ребилд. Соточка урона с руки. Десятая минута. Неплохо. Еще хоул. Хорошо, и фармим. Фарми вид. Сейчас возьмем что-нибудь с леса, кстати, какой-нибудь сумончик. Что-нибудь простенькое возьмем, в Рошана просто запихнем и все. Чтобы полить. Армлет очень хочу. Ну вообще, давайте лотар. Без армлета, скорее всего, будем играть. Лотар сделаю. Просто фармим и делаем лотар. Голема мне не надо. Голема я не буду брать. По КД ультимейта желательно кого-нибудь убивать. Желательно.
Давайте совуху возьмем, почему нет. Погнали. Хорошо. Отлично. Вот этого хочу. Найс. Загрызу будет прекрасно. Крит можно? Дядь, ну пожалуйста. Ну критани, ну что ж ты. Я сейчас на контроль максимально накосячил. На контроле сейчас. Я тут умираю. Не помогут, да? Буду драться. Печаль. Помогите. Че уходите? Батма ушла вообще, вы видели? Она как будто не видела, что меня начинает пудж убивать. Вот забрали бы пуджа. Я бы от Ава раздох. Но я сам виноват тут. Вот тут. Ну, типа, контроль вообще максимально. Вот когда хитен ранишь, да, тут важно через трипл крики играть. Не получилось. А че, я совуха слил, да? Ой, или урса слил. Чекните, плиз. Че-то я так прогулялся на топе, такая драка. О, все забрали. Да, он совуха зашел, там душил. Печалька. Ладно, но моя ошибка. Видел пуджа тут, если честно, я думал, пуш испугается. А он сюда, блин, канулся, отсюда хукает. Я там никак не догонял, кстати, Абадона. Ну, можно было. Так, плюсы, 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 еще раз плюсы. Погнали. Погнали. Делаем лотар. Хорошо, сейчас скорость атаки раскочегарим. Башер, лотар. Жесть, пойдет. Сатаники. Вискет Суск делает, Гиджи Бомч. 7-2 бегает пуч. Это хорошо, кстати. Сейчас форму прокачаем еще. Форму прокачаем. И надо вату душить. Аппаратов всяких. По кайфу. Вспоминаю, кстати, старого волка. Но я, кстати, кайфую, пока урсы не туда, Гера. Дальше потом будет тяжело. Придется форму юзать, чтобы убегать. Там Аега, блин. Ну, я Т-шку заберу, отойду. А, отойду я тут. А, то есть у меня в инвиз герой не захотел зайти. Правильно я понял? Вы видели, я нажимаю ультимейт, нажимаю форму, и герой у меня в инвиз не заходит. Он про... Я думаю, ну, остановлюсь, типа он сейчас в инвиз зайдет, чтобы не перекликать. Нет. Так не работает. Что? Ладно, хрен с ним. Хрен с ним. Но это плохо, я без формы. 11 левел я взял хотя бы. Нет, 11 не взял. Это плохо, пацан. Это плохо. Терпим. О, некор, найс, раскачка. Не понимаю, некор лайтов, когда вот так вот раскачиваются. Он же вообще не может фармить, ничего не может. Слабый некор получается. А мне нужен лотар. Чем раньше, тем лучше. Я бы с формой сейчас забрал одного, двоих героев. И было бы круто, но тут немножко по-другому решилось. Ну ладно. Уже не будем говорить о том, что было, пацаны, поэтому фармим. Нужен фарм, нужно золото. Нужно золото. Ну, много фида, кстати. Много? Но ничего, будет интересно. Катка будет интересная. Катка будет интересна. 1400. HP. С армлетом, кстати, наверное, повеселее было бы. Уже не стал после домика. Армлет собирать. Джага тоже колотит. Но у меня получше, чем у Джагера все. Жалко, вардов нету. Один вард мой стоит, и там чей-то еще. Кто вард ставил? Пирана ставила за тавер. Так, почти есть кнопка, да? Хорошо. Аппарат с нуликом. Ой, с нуликом. С артефактом. Так, гоу сюда. Че у ВД там, кстати? ВД ушел. Лучше тут. ВД тоже лотар делает. Хреново. Поясняю почему, потому что из-за лотара придется брать какой-то вижен. Это будет неуязвимость. Это плохо.
Придется брать что-то другое. Так, ну у меня лотар, в принципе, тоже есть. Можно будет сейчас какую-то вылазку сделать. Хорошо. Отлично. Отлично, би! Так, берем. Раз, два. Лотар есть. Лотар вот так. Аквил выкл. И сейчас начнем плюсы уже выкачивать. Аппарат тоже вот. Просто вот, ну, аппарат. Это да, я говорил про аппарат. Вот чисто там все делают лотары. Типа круто. Урса на топе. С маской просто, да? Хорошо. И в пятером собрались, да, очень тяжело будет их душить. И Урса идет. Не знаю, вот так очень тяжело будет. Вот 1 на 5, но вот так, ну нет смысла. В пятером, го. Пятером. Гоу. Попробуем. Это понятно. Это банально. Вот этого если загрызу, будет очень хорошо. Хорошо. Лотар есть, можно поесть. А че, аппарат Синвиза вышел? Я его не заберу. Попробовать можно, конечно. Две тычки у меня, тычки сильные. Next Basher надо. Опасно тут, конечно, сейчас стоять фармить, но я же бещен. Почему нет? Жесть, скорость атаки хорошая. Башер надо. Уджа вообще как крипа, кстати, запинал. Хорошо. Монетка. Хорошо. О, волк есть. Единственный суммон, который мне тут понадобится. Ух ты, мне ульт какой залетел. Красивенький. Так, у меня нет двух слотов, да? Плохо. Ну, дофармливаем башер. На, если бы Урсу... О, Урса тоже башер. Если бы Урсу на Роша не встретить, да, чтобы он Рошу подбил. И кайфануть можно. Прям нормально так. Так, Урси ГГ там, да? Че, вы его отпускаете? Наверх будет, блин, коваться нет. А, ну все, ему ГГ. Изи. Гигизи. Гигизи. Найс. Урса. Ой, Урса. Говорю, Юра, красава, думаю. Сказать, говорю, Урса. Урса в голове засел, а он у меня в голове, да? Да хватит ульты в меня кидать. Запарил. Криса. Знаете, что сейчас купим? Белт. Надо какой-то детекшн. Детекшн на инвизеров. И можно душить смело любого. Топорик продаем. Это соточка, да? Соточка. 180 надо. Хорошо. Все, топорик в помойку. Кто там у нас? Аппарат с лотаром, да? Хорошо. У него тоже дасты. Молодец, кстати, аппарат. Есть. Отлично, там два героя вон каких-то. Два героя каких-то. Но мне придут артефакты и можно подраться. Можно будет забрать. У него лотар там, ребята. И они не понимают, что там лотар. Хорош. Видишь, доктора напали. Я иду пешком. Пешкой. И вот это вот туда же. Урса в рошпите. Если кританул, умрет. Ах, не кританул, жалко. Надо бежать в Рошпит. Интересно, успею?
Успею, наверное, не успею, я в Рош Пит. Жага лес колотит. Попробуем, парни. Все равно надо попробовать. Успею я к Рош Питу. Но если я туда зайду сейчас без Лотары, я умираю автоматически. Надо Сэндж доделать, пацаны, в этот Сильвер Эйдж. А, Урс на топе, все, хорош. Ой. Прям гора с плеч, серьезно, ребят. Урса на топе. Это радует. Давайте сделаем Silver Edge. Это будет дополнительное замедло, когда я буду в ультимейте. Понадобится вся эта тема. Хорошо. Форма есть. Улучшенная. Улучшенная форма. Новая форма. Так, тут вот так руна какая-то. Хорошо. Silver сделаем. Так, нужен Belt и Recipe. Ля, там драка, да, опять. Кстати, я Рошана сам не забираю. По-моему, я забираю сам Рошана. Это, кстати, хороший буст будет. Почему нет? Пойдем. Да я самого заберу. Только дастов не будет. Засолит. О, найс, Урса не пойдет в Рошпит в ближайшее время. Сами заберем. Хорошо. Жалко, дастов не будет, парни. А мне дасты нужны в драке. Рудж идет. Рудж. Интересно, Рудге будет заходить сюда? Сэмхаун или нет? Сейчас проверим, МХшник он или нет. Я понял тебя, дядя. Красавчик. Я убегаю тут стопроцентно. А СМХ, брат. Поскольку купил. Так, ну ульт у меня минуту кдешится. Рошана не заберут, кстати. А мы там ничего не сделаем, по сути. Отдали. Отдали. Я там не зайду. Формы нет, ничего нет. Кнопку нажали сразу. Красавчики. Не знаю, может в Рошане надо было, может в Лотаре заходить туда, я не знаю. Так. Абадону вернуть надо будет слово SPS, пацаны, запомните. А то забудете. SPS пишет. Давай, брат. 2000 хп, кстати, неплохо. Жалко, я форму всадил так нулево. Так, Белт есть. И до Сильверухи чуть-чуть. Ребят. До Сильверухи чуть-чуть. Ну, вообще, можно драться. Пульта есть, можно драться. О, гоу. Бей его нафиг. Хорош. Сюда. Сюда, дядечка. Ребята, фидбоня там. Козел вонючий. Конченый назюй. Хорош. Нормально, мне нравится. Фармим, ребят. Бешеный волк рассуждать не привык. Вот это будет интересная катка, да, согласитесь. Тут что-то какие-то тут возня какая-то, да. Что-то там пацаны душат. У меня 200 урона с руки. Так, это еще без артефактов на дэмэдж, ё-моё. Плюсы. Как контриса Лотар на деранге, есть инфа? Никак. Никак. Братан, никак. Так, там тэшка падает, да? Ломаем. Ух ты, блин. Нифига себе, не пугай так сильно. Зря суицидишься. Но я рассчитывал на крит. Если честно. Го отходить отсюда, там Урса реснулся. Нормально, да, я откайтил ультимейт Пуджа, не знал, что там Лотар. Ну как Лотар, возможно там с даггера он прыгнул. Но он вообще с инвиза вышел. Блинка не было там эффекта. Не было. Так, 2000 золотых есть, да? Можно Аквилу продать. И взять Гиперстоун. Можно будет резать прям на ура. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-так. Тут руну собрать надо. Хорошо. Хорошо. Го, Аквилу минус. И купим гиперстоуны. Курумагат, пойдем на базу сходим. Аквилу продадим. Хорошо.
Так, у нас есть уже ультимейт. Ультимейт есть. Патма, молодец, Вард, хорошо ставит. Молодец. Патма. Мусор, тебе инвиз не поможет. Хорошо, брат. Хорошо. Я БКБ-то докуплю. БКБ точно поможет. БКБ точно поможет, брат. Так, а чё, вот так вот сделаем? Кто там на миду? Абадончик, да? Так, лотары, гемы, хорошо. Мид сейчас фарманем. Кирасу. Манту вообще тоже хорошо было бы сделать. Таргет сбрасывать, но... Не знаю. Не знаю. Я попытаюсь тут убежать, дядьки. Хорошо. Загрызли чувака. Там гема Урса, да? Имхаун. Да. Да. Имхаун. Классика. Так, гем купил, да? Чел на Усре. Это плохо, кстати. Это плохо. БКБ не хватает, парни. Так, вот это мне уже не надо. Он тут решил реализовать себя хоть. Вая, блин. Там, кстати, задрот ЭВС играет. Тяжело. Тяжело будет. Так, у этого пока что нету кнопок, да? Пойдут они ХГ? Чи нет? По-моему, не пойдут, да? Пойдут, хорошо. Пойдут. Вот этого сольем сначала. Ох, кусается, блин. Не надо, дядь, пожалуйста. Ну нет, тут уже все. Драка закончилась. Отойдем. Перекурите. Куда, куда? Не надо, ребят. Бэ, ну куда? Перекурите, я же говорю. По одному так будем забирать. Ультимейт коротенький. Урса сейчас гем выбьем. Да, ульт. Выбьем у Урсы гем и ок. А Мурса очень нагло играет. Боятся тоже все равно. Боятся. Так, есть кнопка. О, минус. Смелый минус причем. Там нету Варда, дядька. Нету там Варда. Хорошо. Ну, грози, ё-моё. А я тут умру, скорее всего. Жесть, сколько ульт будет еще идти? Не можем выбить никак. Гемчик. Надо толпой. И все. Формы вообще, вот сейчас чувствую, что формы максимально не хватает, но это кираса будет. Кираса будет. Вот сюда. Диффузиал можешь купить для Урса. Тогда вообще изи будет, у него нет БКБшек. Если диффуз возьму, катка для них закончится, пойди для Урса. Там и Абадон хорошо будет отлетать. Абадона жесть, там ульта 8 секунд работает, хрен пробьешь. Так, ну потненько, потненько. А, диффуз у Джаги есть, а че он его не юзает? Тогда нет смысла диффуз юзать. Мне кираса нужна. Ага, Рошана нет, это радует. Рошана нет. Гоу дофармим. Кирасу. БКБ вообще надо. И кираса. БКБ. Вардики несет сектор. Блин, ну эта катка интересная на самом деле. Интересно. Сейчас кираса. И с кирасой я ВД вообще там убиваю за пару тычек. Я его и так за пару убиваю.
Хорошо. Деф. Урсы бы забрать. Просто я боюсь, меня сапы законтрят. Я стараюсь хотя бы что-то, вату как-то забрать, да? Вату забираешь и полегче. Впятером. Джага идет. Понимаю. Брат, понимаю, бывает, бывает. Очень страшно. Хорош, он ушел еще. Ну, мужчина. Да-да-да. Это жестко. Ну ладно, дерусь уже до конца. ГГ. Жесть. Вот это зашквар, да? Там башер не... А, ну все, БКБ-ху купил он. Хорош. Да, ну тут, скорее всего, будем отдавать, я так чувствую. Да, это минус сторона. Чуть настроим, ребят. Еще, в принципе, не все проиграно, но с Урсой не можем выбить никак этот гем. Он как взял, они в пятером играют. Тут этот еще Гасту взял. Пуш с БМом. Да, надо БКБ сделать. Меня сейчас забашил. Каски залетели, и, по-моему, еще баш там вылетел. Жесть, раздамажил все хп, но там я все равно умирал под маледиктом уже. Все, жалко, что я стрики отдал. Я очень много потерял сейчас. Очень много потерял. Че там, хускарчик, брат, затащишь 1.17, брат. Давай. Рошана, если next отдаем, ГГ точно. ГГ точно. Так, хорошо, сейчас реснемся. МХ не помог мне что-то. МХ не помог. Урс, если соло пойдет, он может игру отдать. Падон фармит. МХ! Чел фармит в нашем лесу, в него ару кинул парень. Не попал он, МХ! Сразу. Понимаю. Ка убьем его. Хорошо. Надо ультануть тут. Хорошо. Тэшку если заберем, будет прекрасно. Как контрится лотарь на деренге, парень спрашивает. Хорошо. Вы что там делаете? Б. Все. Сейчас забавные парни в команде. Приколисты. Кто там? На джаге прыгает. Куда ты? Уйди, не надо. Все, на базу. ДФ, Б. Что вы делаете? Там Рошан есть уже, да? Роша есть. Усревич тут. Я, скорее всего, умираю, да? Ну, понимаю. Забаши его и тикаем. Хорош. Опа, найс. Это круто. За что баш говорит? А ты что думал, что не сработает, что ли? Он сработал, дядь. Работал баш. Хорош. Хорош. Рошана надо идти. Джага. Хорош. Хороший баш. Так, ну волки сейчас скачивать будем, волков. Йоу. Пуск, не пали. Мид. Иди пулза. Есть этот хускар сейчас запалит всю контору. 1.17. Ладно, я понял, он все равно идет. Ужастик какой-то. Ужастик. Ладно, я беру. Аек. Берите сыр. Сразу заюзал. Боже, боже, зачем ты его юзаешь? Ой-ой-ой, боже, объясните ему, когда ты играть, парни. Жесть. Ну, такой тиммейт, никому не желаю таких тиммейтов.
Это жестко. Так, ну детекшена у меня нету. Жесть, ну Хускай руинит целенаправленно. Го кик его, он руинит. Не знаю, ну тут надо только кикать, ребятки, если руин такой, серьезно. А так, сентри там принесли, да? Печалька. Печалька. Смотри, как хукает, а? Блин, я ульту аппарат поймал. Издаст. Хорошо, это минус. Этого кусаю за ногу. Забашу сейчас. Хорошо, этого за ногу. Оп, ВД. ВД уже с инвиза по-любому вышел. Хорошо, и тебя кусать. Хорош. Пойдет. 4000, это хорошо. Мид. Тавера. Я, когда буду нести им трон, спрошу у Пуджа, чё там, брат? И, конечно же, напишу Абадон и СПС, ребятки. Это просто must have. Просто must have. Гоу дальше. КГ можем. Мне кажется. Хочу волков еще. Ну ладно, ждем. Не будем ждать, сразу поднимем. Хорошо, дальше. Дальше, дальше, дальше. А ЕГО есть, все есть. Еще сейчас артефакт купим. Сатаник, не знаю. Под вопросом. Еще. Дамага пошла. Ладно, пушим. Пушим. Б. Все, пойдет. Можно Абисса лапнуть. Так, ну сейчас Абадон, там эти все ребята там поубивают моих тиммейтов. 100%. Кстати, можно взять Сатира, ё-моё. Чё я туплю? Сатира можно взять для Урс специально. Так, и Сатаник. Ну, Сатаник, если честно, не очень хочу делать Сатаник. Лучше сделать Абиссу. Поясняю, почему. С Абиссалом-то можно будет зафокусить что-то. Плюс это тоже дэмэдж. На базу. На базу нафиг. Хорошо. А деф. Абиссал сделаем. Все что есть. Рез, все есть. Хорошо, волки внизу подрабатывают. Так, сатирчика в двоечку. Двоечку выделим, сатира. Так, есть Абиссал. Хорошо. Го, зарегеним ману чуть-чуть. Или не надо. Хорошо. Так, это мы тут пробежимся вот так вот. Хорошо. У меня есть Аега, если что. Урсу могу. Со стана не могу выйти. Хорошо. Дерусь как бешеное животное. Но меня Абадон хейтит просто. Вгрызся, да, вгрызся там. Тык-тык-тык-тык. Хорош. Но Люкантроп керри билде сила на самом деле. Сила. Го купим. Тревел. Тревел купим. Янис. Трон, трон, говорит. Не надо нам трон. Хорошо. Тревел эхо. И погнали. Хорошо. Аккуратненько зайдем, сейчас попушим. Хорошо. Волков не сливаем только. Пудж байвек. Дядь, и что ты хочешь сделать этим? Хорош. Я сейчас отменю его ультимейт. Так, ВД еще тут. Ну, надо на Б. Надо на Б. Не можете укусить Люкана. Хорошо, го на баз. Пойдет. Укусить Люкана. Я сам кусаюсь.
Так, пойдем на базу. Сатаник, говорите, да? Ребята, главное, чтобы сейчас не отдали. Го на базу. И атаку. Хорошо. Волка было бы хорошо найти. Так, сатира нету, да? Хорошо. Сейчас сатаник добьем. И желательно бы нам... Давайте вот сюда сделаем ТП. Нам бы вообще желательно байбек оставить, потому что мы еще не выиграли, а каточка такая, волны. Волнистая игра. Гейм берю. Не надо, брат, пожалуйста. Дизарм очень хорошо зашел бы. Давайте кента возьмем. Пригодится. Кента возьмем. Ребята по топу решили там пойти. Хорошо, сатаник есть. Погнали по низу ковырять туда. Так, но у меня телепорта нету. Я бы с радостью полетел к пацанам. Хорош. Затушил. Ты где там, дядь? Покажись. Да, побежал. Бежишь на коне? Стой, да? Ладно, уговорил. 650 в студию. Так, еще по-любому сейчас кто-нибудь на подсейфом ушел. Надо встретить. Никто не шел на подсейф. Жалко. Хорошо. Сейчас с командой нужно собраться с байбеком. И задушим. Че, не демеджа кому-нибудь не хватает? Крита какого-нибудь, да, еще? Катка качельная. Какие катки интересные. Так, два героя у них там АФК. Волки 4 есть. Регенерация неплохо. Хорошо. Кентавра я слил. Кентавра я слил. Дасты какие-нибудь бы взять. Но БКБ желательно собирайте, ребят. Я вот сейчас желательно БКБ, мне бы так хорошо зашло. БКБшка офигенно бы зашла. Хорошо, я с мида зайду. Хорошо, погнали. Вот этого. Отлично. Хорош. Геге. Закусали. Еще бы что-нибудь какой-нибудь, да? Артефакт купить. Что-то типа криты. Ой, ну крит, да, офигенно зашел. Стой, дайте абиссал, да. Буду драться, да? Честь, абаддон такой, вояка чисто. Дерун. Вот так напишем. Спей, Саба. Чисто вернул пацану его фразу. Давайте муршрант купим. Муршрант. Хорош. Погнали за муршрандом. Бежи, ребят, потная каточка, выигранная в Кире Люкани. Мне кажется, довольно-таки неплохо получилось. Красивая игра, ребятки, получилась. Реально, вот, ну, кто бы что ни говорил, но игра довольно-таки интересная вышла. Согласитесь, реально интересная вышла. Получился у нас такой керри билд Люкана. Очень реально круто, годно, мне понравилось. Если честно, камбэк заслуживает, ну, лайка. Наверное, лайка камбэк заслуживает. Так, давайте возьмем вот так вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Хорошо. Все. Твой брат на путге не хотел ни разу укусить. СПС. СПС. Чисто. Блин, ну классная игра, ребят, согласитесь. Классная игра.
Так, ну что ж, самое время забрать, конечно же, Рошана и проверить скорость атаки. Смотрите, какая скорость атаки. Еще сейчас даст. Урбалк еще дает сорить. Тык-тык-тык-тык. Жесть. Это круто, ребят. Это круто, ребята. Это круто. GG. GG. Хорош. Рошан есть. Давайте сыр, кстати, из-за него. Почему нет? Хорошо, и погнали душить. Погнали. GG. Неплохо, неплохо. Пойдем сейчас кусанем какой-нибудь заново. Урса фантазер, говорит. Там вы никак не задефитесь, да господи, я думал, ну успею кусануть, они там все никак не могут задефиться. Что ж, ребят, на этом гайд окончен. На самом деле, получились у нас легкие изичные катки, первая, вторая. Но Люкантроп, в принципе, это герой, который, я так посмотрел, в принципе, и в лейте может что-то сделать, да? И довольно-таки неплохо у него это получается. Но волков я не качал. Естественно, я качал плюсы, качал фирала и качал хоул. И из-за этого, в принципе, что-то в начале да и получилось. Я выиграл катку с Некролайтом 6.17 и 1.21 Хускаром. Но без помощи Джиггернаута, кстати, ничего бы, мне кажется, у нас не получилось, потому что Жагер хотя бы более-менее что-то делал, и это по кайфу. А оппоненты очень сильные попались, да, то есть там Урса что-то делал, что-то туда-сюда, и они вардили и вместе играли, но все равно проиграли. Почему? Я не знаю. Вот такой у нас получился сегодня гайд на Люкантропа. Обязательно поставьте лайк за старание, пишите, ребятки, что вам было непонятно, я постараюсь ответить на все комментарии. И, конечно же, напишите, какая катка вам понравилась больше. Ну и на этом, друзья, все. С вами был Ксеназис. И как обычно, ребятки, как оно и всегда это говорится, до скорого!